Привет всем. Доброй ночи, вернее, даже так. Ой, я давно не выходила в эфиры, как обычно, без плана. Наверное, будет очень много новеньких. Ой, народ, привет, привет. Надин, привет. Катя, привет. Еленчик. Ох, как, сколько много народу не спит. Да, приветики. У меня сегодня темы вроде как и нет, но в то же время хотелось бы поделиться кое-чем, пока, возможно, у вас будут зреть какие-то вопросы, потому что все эфиры мои интерактивные. Это вопрос-ответ, вопрос-ответ. Да, я тоже рада вас видеть. Расскажу чуть-чуть про страхи, про книжку. Не буду ее рекламировать, нет, я просто хотела немножко рассказать историю, о которой, ну, возможно, многие уже слышали, о том, как я на турбоострове на одном проекте, можно так сказать, отдыхала. Вот, остров был, турбопроект этот, на выживание. И как это связано с моей книжкой? Сейчас расскажу. У меня есть книжка, многие уже, наверное, ее прочитали. Книжка про деньги. Для чего Богу деньги? Основной посыл всей этой книги о том, как мы воспринимаем этот мир, на что нам нужно ориентироваться и куда двигаться. Я там очень много пишу про страхи. Дело в том, что страх — это наш индикатор, куда нам нужно реально двигаться, там, где наша вся энергия, то, что мы давно хотим сделать, но не можем. Кто-то боится высоты, кто-то хочет там скорости, кто-то боится завтрашний день, боится вот этой неизвестности. Вот. Но вся наша жизнь — это же неизвестность, и идти в эту неизвестность, познавать себя в этой неизвестности. И я в этой книжке описываю, если вы хотите деньги, то вам прежде всего нужны перемены и идти в эти страхи. И я хотела в связи с этим сейчас такой пример рассказать. Я была на турбоострове. Этот проект был, блин, я уже не помню, 2 года назад или 3, ну, по-моему, 2 года назад. На Мальдивах проект был там 11 дней. Мы, значит, из самолета выгрузились, нас переправили на этот... Сейчас скажите мне, чтобы на другой остров добраться, на яхту большую такую. Вот, у нас была довольно-таки большая компания, таких же безбашенных, как я. Вот, это были там певцы, актеры, блогеры известные, миллионники, в общем, знаменитые люди. И нас вогнали, значит, туда, на этот теплоход, потом он посреди океана начал тонуть, ну, якобы. Нас эвакуировали, одели в спасательные жилеты и отправили вплавь ночью, в темноте, через эти рифы, отправили вплавь на остров, что вы, типа, потеряли все вещи, все, что мы с собой тащили, все осталось на теплоходе. Нам сказали, вы можете взять одну вещь, кто-то взял нож, кто-то веревку, вот, ну, кто что. Вот. И нам нужно было выжить в дичайших условиях, потому что там были проливные дожди, и ночью было очень холодно, спать на сырой земле, когда тебя кусают комары, у тебя нет интернета, у тебя нет телефона, у тебя нет на чем спать, у тебя нет еды, у тебя нет питья. Мы собирали пластиковые бутылки на этих, скажите мне, то, что приплывало морем к берегу, мы эти бутылки пустые собирали, там какой-то конденсат, они, ну, многие были закрыты крышечками, конденсат вот этот весь, в общем, сливали и пытались, ну, хотя бы попить, потому что там даже воды нигде нет. Когда были дожди, мы собирали эту воду дождевую, пили, я помню, как я отравилась, и 3 дня мне было очень плохо, вот, и чтобы что-то поесть, кроме кокосов, на одном острове вообще ничего не было. Потом мы 7 часов вплавь на самодельном плоту переплывали. Это 4 палки просто связанные, бутылки прилепленные, пустые. Вот. Мы 7 часов в шторм плыли до другого острова, где уже были эти кокосы. В общем, короче, это был капец.
капец. Это был, ну, просто вот, я не знаю, весь букет всех моих страхов, когда мне страшно, когда у меня нет телефона, когда у меня нет интернета, у меня сразу паника, да? У меня паника выживать, когда нет еды, когда нет питья, и когда тебе 10 раз в день устраивают, нас поделили на команды, 10 раз в день устраивают соревнования, а соревнования были очень жесткие. Парни разбивали себя в кровь, когда лазили по этим пальмам, когда нам нужно было там метать ножи, когда нам нужно было закапываться. Нас закапывали в могилы, когда нас присыпали землей, когда ты лежишь под землей один совершенно. Вот. И там было очень много трэша каждый день. Все какие страхи только вот вообще у меня существовали, вот я на этом острове пережила все. И в конец, нам на последний день, значит, ну я сама подвязалась на этот остров, на эти соревнования. А, кстати, я еще очень боюсь соревнований. Я не люблю массовые скопления там людей, вот, мероприятия, где нужно соревноваться с кем-то, выигрывать, куда-то бежать, куда-то лезть. Короче, для меня это, ну, такое, я вообще девушка, люблю с комфортом отдыхать, вот. И вот я... В эти страхи специально пошла, потому что мне нужен был этот остров, мне нужно было вот это выживание, это трэш. Я еще думала, что мы там будем есть всякую гадость, червяков, личинок. Ну, хорошо, до этого не дошло, хотя нам обещали, что мы, наверное, будем есть личинки. Вот, что найдем, то съедим. Под конец всего этого действия нам дали блокнотики и сказали: напишите все ваши желания, какие только есть, материальные, нематериальные. Я написала около 30 желаний. Там было и выйти замуж, и побывать во Франции, там, написать книгу, там, сделать то, сделать все. В общем, что я вам хочу сказать, да? Я же пошла в эти страхи, там такие букеты были. И... У меня было вот столько энергии, столько перемен, столько нового, что все мои желания в течение нескольких дней по прилету с острова в Москву, они начали исполняться. Я уже через неделю была во Франции, я уже через неделю была в Париже, как я написала, хотя я даже думать не думала, что я смогу туда попасть. У меня даже паспорта не было заграничного, ну, вернее, не заграничного, а штампа европейского Шенгена. Я попадаю, знакомлюсь со своим будущим мужем. Мы через 2 недели уже потом уехали, ну, после всей этой движухи, в Таиланд и еще в какую-то страну, блин, уже забыла, азиатскую. По прилету мы уже расписываемся. То есть, вот, понимаете, все мои желания, вот какие можно было, все начали вот прям сразу щелкаться. Я вот сейчас задним числом, после того, как еще раз прочитала свою собственную книгу, потому что ее надо читать, мне кажется, каждый день. Вот. До меня дошло, почему тогда все мои желания исполнились. Я просто прошла все свои страхи. И мне очень понравился и командный дух, мне очень понравились эти соревнования. И я кайфанула, когда лежала в могиле. Ну, до этого я даже представить себе этого не могла, потому что... Когда я слышала разговоры о том, что есть такие там, в Японии аттракционы полежать в могиле, есть такие практики, у меня аж прям вот тут вот все переворачивалось. Лежать на голой земле, когда у тебя нету ничего, кроме твоего жилета, а жилет такой, знаете, маленький, с дырками, ты его растягиваешь, как-то ложишься, спать не на чем, да, вот можно еще пальмовые листья положить, и по тебе ползает всякая гадость, и ты просто не понимаешь вообще, где ты находишься, вот. То есть у меня были эти перемены в таком высококонцентрированном вот куске времени, очень много страхов было пережито за 11 дней. И просто все желания, которые я даже помыслить не могла, вот прикиньте, я мечтала там найти человека, в которого я влюблюсь, выйду замуж, потому что 7 лет до этого мне никто не нравился, я вообще не понимала, как можно встретить мужчину, который бы мне подходил. Вот, и тут я прилетаю, сразу у меня на тебе Париж, на тебе муж, на тебе путешествие. Я поехала в Корею, это тоже было мое желание, потому что это была моя мечта. Лет так 7, наверное, я мечтала побывать в Корее.
Вот, и я просто вам говорю, ребята, если вы читали эту книжку, все, кто не читал, еще вам это предстоит, все, кто читал, не игнорируйте, пожалуйста, момент, где я пишу выполнить задание про свои страхи. Если вы начнете их хотя бы выписывать, ментально проживать, а потом пойдете и в реальности, попробуйте это, и напишите ваши желания, то они, блин, просто вот столько энергии для этого будет, чтобы они исполнились. Вот. Вот решила вам такой кусочек рассказать. Сейчас почитаю, что вы здесь мне написали. Ой, почему у меня тормозит то ли интернет, то ли что? Я вижу, как у меня губы запаздывают за мной. Я помню это, ты рванула сразу после Долматова. Да, я приехала на курс к Сергею Долматову в Черногорию. Это было давно. Очень давно. И после курса сразу поехала туда. Но дело в том, что у меня этот остров уже был оплачен. Ну, то есть я за участие оплатила деньги. И он у меня уже заранее был, там за несколько месяцев я уже была записана. Меня отговаривали все, куда ты едешь, куда ты тащишься, зачем тебя, вернее, зачем тебе себя лишать. Надо жить в комфорте, надо там бизнес-класс, нужны там супер-классные отели, там пятизвездочные. Я и так, ну, положа руку на сердце, всегда путешествую только в пятизвездочные отели, и вот последние 2 года я летаю бизнес-классом всегда. Вот, но это не то, вообще не то. И когда ты идешь, себя лишаешь всего, и проживаешь свои страхи вот в реальности, да, вот представьте, да, для меня даже было страшно остаться без интернета. У меня тогда был бизнес. Я его тогда еще не успела подарить. У меня очень много было переписок, очень много клиентов, и я просто ни на час даже не могла оставить свой телефон, и вот даже час не могла провести без интернета, чтобы кому-то не ответить. И для меня это вот, ну, просто был капец, когда я прилетаю в аэропорт Мальдив, у меня отбирают телефон и говорят, выдадим, когда вы полетите обратно. Это был вообще вот шок. Я, честно говоря, не знала точно, что будет на этом острове, но предполагала, что будут соревнования, будем выживать. Когда я смотрела «Последние герои», вот что-то подобное, там, правда, наиграно очень много, то, что они там все равно живут в комфорте, их кормят, вот, остальные съемки идут. Вот, а у нас съемка не прерывалась круглосуточная, при этом не было ничего наигранного. Меня уколами кололи каждый день, потому что я там на третий день отравилась от дождевой воды, я просто выпила её, не знаю, 5 литров за ночь. Мне так было плохо за несколько дней. Прикиньте, жара днем там плюс 40. И ты не знаешь, как спастись от этого солнца. У тебя нет ни зубной щетки, у тебя вообще ничего нет. Вообще, вот просто вот в чем ты вылез из воды? На мне были такие быстро высыхающие одежда, такая... забыла, как называется. Вот кофта, штаны и все. И хорошо нам выдали банданы, потому что если бы не было бандан, наверное, пипец. У меня даже через эту бандану постоянно был солнечный удар, плюс это отравление, то есть уколы, это нормально было. И хорошо врачи давали соленую воду там пить, сильно-сильно концентрированную соленую, чтобы, ну, полегчало чуть-чуть хотя бы. Вот. Я чувствовала себя... ну вот физически измотанной, уставшей, больной, вот, а морально я никогда так круто себя не чувствовала, никогда. Я еще бы, наверное, поехала в этот остров, сейчас непонятно, что будет. Остров — это реалити-шоу, да, реалити-шоу, вы можете посмотреть, я участвовала во 2-м сезоне звездном, вот, 3 блогера, которые сняли на YouTube, да, есть, сняли все эти истории наши, как мы там жили, выживали. Блогер Укасенко Сергея, вот, у Любятинки и Сергей Саймон. Вот, наберите в интернете «Турбоостров»,
Саймон Любятенко и Сергей Косенко. Вот. И у них есть видео на их YouTube-каналах. А сейчас с этим ковидом у них, ну, наверное, нет сейчас этого проекта. Хотя он должен был быть в этом году. Вот. Не знаю, будут проводить. Нет, наверное, не успеют. А если страхов много, как в них идти? Просто взять и идти. А, почему у меня еще эта история сейчас всплыла, я вдруг решила о ней вспомнить. Мне сегодня девушка написала отзыв. Видели, наверное, кто смотрел мои сторис. Там была такая история. Я прочитала твою книгу, у меня откуда-то там долг 8 тысяч возник, ну, мы разобрали потом с ней откуда. Вот, и вдруг появился в банковском кабинете, да, кредитной, ой, этой обычной карты банковской, появился счет, на котором 28 тысяч рублей. Я, говорит, не могла понять, откуда эти 28 тысяч рублей. Вот, он просто возник из ниоткуда, и деньгами она может пользоваться. Мы начали разбирать, и она мне говорит, блин, да я же вот только сейчас пошла в свой страх. Я говорю, в какой? Она говорит, я боюсь высоты, вот просто боюсь высоты. И она взяла на днях и спрыгнула с тарзанки 88 метров. Она пошла в свой страх. Как она пошла? Она взяла и сделала. Всё. Приходит домой, открывает свой этот интернет-банк и видит 28 тысяч рублей за ее прыжок. Вот. Но она хотела, наверное, денег, не знаю. Странно идти в страхе, когда я одна с ребенком и вся в кредитах, и я неизвестный блогер в океане. И вся в кредитах, и я неизвестный блогер в океане. Почему странно? Надо их осознавать, для чего ваша душа именно этого боится. Почему? Не просто так же у вас возникают эти страхи. Страх — это тот опыт, который хочет прожить душа. Ну, в терапии психотерапевты и все, кто вот с этим связан, специалисты, они проживают ментально эти страхи и узнают с человеком, какой там лежит опыт. Ну, например, страх потери ребенка. Самый такой страх у многих, да, женщин. Если вы его проживете ментально, есть специальные техники с проводником каким-то желательно, который будет вас направлять, задавать вопросы наводящие. Вот, вы осознаете в конце, что я хочу потерять ребенка, это же ваше желание его потерять, потому что все, что вокруг нас происходит, это наше желание. Если у нас есть страх потерять ребенка, наша душа хочет его потерять. Нужно узнать, почему мы хотим потерять ребенка. Ведь страх — это то, что мы хотим прожить. Мы это умом можем сейчас не принимать, но душа пришла именно прожить это. Для чего? Ребенка мы хотим потерять, чтобы перестать сливаться на него и жить его жизнью, и учить его жить вашей жизнью, а для того, чтобы вы наконец-то обратили внимание на себя и начали жить свою жизнь, а не проживать жизнь ребенка. Отсюда уходят мужчины из вашей жизни, потому что вы полностью растворились в этом мужчине, живете только ради него, забыв полностью про себя. Вот. И вам приходится самому, по своему собственному желанию, избавляться от этого мужчины. Мозг будет сопротивляться ваш, конечно, нет, я не хочу его потерять, он уходит, это он, гад, козел такой. Но на самом деле вы ж творец своей реальности, и никто за вас эту реальность не творит, кроме вас самих. И вы своими желаниями, подсознательными желаниями, этого мужчину из вашей жизни убираете, чтобы наконец-то заняться собой. То же самое с детьми. Я не хочу потерять ребенка. Да понятно, что вы не хотите потерять ребенка. Как человек, как мама, как женщина, любой человек скажет, я не хочу потерять ребенка. Но ваша душа хочет его потерять и потеряет, если вы не обратите на себя внимания. Просто все, вот кто новички, меня не слушал, что мы творцы своей реальности, а не жертвы обстоятельств, да? Кто не слушал, меня сейчас не поймут. Вот. Но моя концепция такая, что вы есть те боги, которые играете в этих скафандрах, все забыв, вспоминаете себя, изучаете себя
И вы просто не понимаете, что вы не жертва, но вы привыкли и воспитывались так, что вы жертва обстоятельств, от вас ничего не зависит. Но на самом деле творцы вы, и все зависит только от вас и ваших желаний. И весь ваш мир вокруг — это продукт ваших желаний. Страх, он просто говорит о том, какое у вас есть желание, но еще оно пока не реализовано. Вы даете себе время это желание осознать и понять, что нахер оно мне нужно. Вы даете себе время. Поэтому вы либо придумываете способ, как этот страх прожить по-другому, осознанно, потому что вы в любом случае его проживете. Либо вы его проживаете своим собственным способом и находите этот способ, либо окунуться ментально в этот страх и задним числом осознать, для чего он вам нужен, какой там опыт есть, либо вам придется его пережить по-настоящему. То есть у вас есть время одуматься. Я поймала на мысли себя, что страх этот ушел. Твой язык еще в норме, восхищаюсь, одно и то же, и с таким терпением. Ну, просто очень много новичков сейчас. Я заметила, как пополняется классно мой аккаунт. Мне так нравится, что сейчас очень много людей прибавляется, начинает просыпаться. Ну, я прям в восхищении. Я прекрасно понимаю, что очень много новеньких не видели мои эфиры, не читали все посты, поэтому им сейчас непонятно и кажется, ну как так? Я всю жизнь верил, что от меня ничего не зависит. Я всю жизнь верил, что мир — это не продукт моих желаний. Я всю жизнь верил, что мир другой. Вот. А тут пришла какая-то Нелли и рассказывает, что вы творцы, что вы есть те боги, и что вы творите своими желаниями, неосознанными желаниями. И у вас очень много противоречивых желаний. Где ты сейчас, в каком городе? Я сейчас в Краснодаре. Пока временно, скоро в Москву полечу. Так. Боюсь, что ребенок потеряет пальцы. Почему я этого хочу? Да, нужно задать себе такой вопрос, найти, какие выгоды в этом есть. Но первая выгода — это, конечно же, обратить на себя внимание, потому что ребенок — это ваше отражение. Мир вам как в зеркало показывает ваше отношение к самому себе, и он вам показывает для изучения себя то, что вы в себе не видите, не понимаете. Весь мир, все люди, кошечки, собачки, обстоятельства, ситуации, проблемы, кредиты, долги — все это вам транслирует ваше отношение к себе, вашу готовность жить, вашу готовность себя познавать, видеть в себе это все, вот, принимать это все темное, неопознанное, то, что у вас есть, потому что вы весь космос просто, вы вся Вселенная, вы не просто в этом теле. Через это тело вы наблюдаете, вы наблюдатель, но вы не только ваше тело и не только ваш ум, вы Вселенная вся, понимаете? И в вашей Вселенной очень много неопознанных вещей, очень много неопознанных моментов, уголков. И вот весь мир вам эти неопознанные части, он все время показывает. Но вы — нет, это не я, это он такой. Нет, это не мое, во мне этого нет. Но в вас есть все, потому что вы есть тот Бог, который во всем в этом. А плюс еще страх завтрашнего дня, у кого он еще есть, посмотрите мой эфир «Квантовое бессмертие», вот он был последний эфир вот перед этим, о том, что мы не можем умереть, мы всегда живы. Если вы будете пытаться себя убить каким-то образом, что-то с вами начнет происходить, у вас всегда Вселенная будет раздваиваться, и вы будете продолжать осознанно жить. Допустим, вы в себя стреляете, можете посмотреть на YouTube «Квантовое бессмертие». Одновременно ты жив и одновременно ты мертв, как-то так вот называется, квантовый эксперимент. Когда человек стреляет в себя пистолетом, всегда будет осечка. Он может бесконечно стрелять в себя, играть в русскую рулетку, у него всегда будет осечка. Но наблюдатели увидят, что вы умерли, Вселенная раздваивается, и все, кто вас наблюдает, и кого вы наблюдаете, эти люди будут уходить.
то есть из вашего мира люди уходят, умирают, но те люди, которые ушли с вашего мира, они продолжают жить в своем. Вот, и вы просто не можете умереть. Вы бессмертны. Когда вы единственно меняете тело, тогда у вас просто забвение, и вы не помните о том, что вы поменяли тело. Причем еще одновременно с этим вы сейчас проживаете все варианты событий прошлого, будущего, настоящего во всех телах одновременно. Вы проживаете все. Но осознаете себя сейчас в самом лучшем варианте жизни. Все остальные варианты — тупики, которые вас неизбежно приводят к смерти. Наблюдатели наблюдают вашу смерть в этих вариантах событий. Вот. Еще плюс еще могу сюда добавить про сны, когда мы во снах можем путешествовать по этим разным вариантам для того, чтобы то забвение... Для того, чтобы вы увидели, на каких моментах вы споткнулись, и сны очень хорошо об этом рассказывают, если вы научитесь их расшифровывать. Вот последний пост как раз про это был. Потому что если вы играете, допустим, в игру компьютерную, просто в компьютерную, вас раз убили, вы в точке сохранения перезагрузились, и опять начинаете с этой точки играть. Доходите до какого-то уровня, ваш навык качается, ваш навык качается, то есть вы становитесь умнее в этой игре, продвигаетесь дальше, а потом вас опять убили, вы опять с точки сохранения начинаете играть игру. Наша жизнь такая же игра. И если вы переложите эту игру вот на нашу жизнь, вы поймете, что каждый раз вы пересохраняетесь, и у вас забвение, вы просто не помните. И во снах очень классно увидеть те навыки, да, и те тупики, которые вас приводили, ну, к тупикам, чтобы опять это не повторять и двигаться дальше. И если научитесь сны расшифровывать, блин, это будет очень круто, потому что в них можно найти очень много ответов. А то вы скилл прокачиваете свой, но не помните после забвения. Но это наш ум не помнит. Наше тело помнит все, все варианты событий. Наше тело помнит все наши спотыкания, где мы умирали. Но мы привыкли гасить свои чувства. Мы привыкли с вами забивать на боль, забивать, ну, на душевную боль, избегать эту боль. Мы привыкли избегать вообще любые чувства, которые кажутся нам неправильными, негативными. А что подумают люди? Я не могу плакать, когда хочу. Я же сильная, я не могу показать свою слабость. Я не могу смеяться, потому что подумают, дурочка или еще что-то. Мы все время с вами тело заглушаем, оно становится бесчувственным. Но мы же творцы, наши желания исполняются, мы хотим не чувствовать. Наше тело не чувствует, поэтому мы очень плохо переносим вот эти переходы из-за того, что, ну, не помним, что мы прокачали. Если бы мы были в потоке бы с вами и не давали бы уму над нами властвовать, а чувствовали свои чувства, вот что мы хотим, что мы чувствуем, туда бы и шли, тогда бы нам было бы легко проходить разные уровни игры и по своим желаниям, самое главное, играть интересно, а не с этими болезнями, проблемами, долгами, когда постоянно приходится чего-то решать. Вот, все это от того, что мы гасим в себе чувства, потому что они самый главный ориентир в нашей жизни, но мы не хотим чувствовать. Мы считаем, что боль — это плохо, хотя боль — это очень хорошо. Мы считаем, что гнев — это плохо, а гневаться — это очень хорошо. Мы даже считаем, что ржать — это плохо. Прикиньте, многие люди считают, что смеяться — это плохо. Чего ты так много улыбаешься, дурочка, что ли? Ой, не могу. Если, вот еще такой совет сразу попутно пришел, если вы видите, что какому-то человеку плохо, не говорите слова ему такие: да не плачь, не надо, успокойся, пожалуйста, не говорите. Наоборот, плачь, выговорись, выплесни, не надо вот это вот в себе зажимать, потому что все эти блоки, то, что мы подавили, все наши чувства, которые мы подавили, они же вылазят болячками, просто орут нам больно. Вся наша боль, все наши болезни — это сигнал тела о том, что мы подавили вот эти чувства. Каждый участок тела говорит с нами и говорит, какие именно чувства. Если у вас там болит сердце, то вы просто не хотите жить.
если у вас болят ноги, вы не хотите идти и что-то проверять, да, если у вас там руки. Ну, это я сейчас утрированно говорю, обобщенно, как пример. Конечно, можно разбирать отдельные коленки, блин, и кожу, и какая это боль, и что с ней случилось, и как эта болезнь называется. Вот, можно это все разобрать. Но мы с вами эти чувства зажимаем, а другие нам еще поддакивают. Не плачь, не надо. Успокойся. Вот самое главное, ребят, в любых ситуациях, когда вы хотите выплеснуть любую эмоцию, какой бы она ни была, как бы вы ни считали, как бы ни оценивали ее по шкале там, от 1 до 10, сильная, плохая, хорошая, забавная там, или еще что-то, выплескивайте, потому что это же ваше здоровье. Если вы хотите быть здоровым, вам нужно стать настоящим, то есть без маски. И масочный режим тоже такой был, да, вопрос, когда его снимут. Когда критическая масса людей научится жить без маски, настоящим, естественным способом себя проявлять, вот как тело чувствует себя, так себя и проявлять. Когда вы начнете это делать, тогда и маски у нас будут сняты. Наш мир — наше отражение. Наш мир полностью показывает нам, как мы к себе относимся, как мы проявляемся, как мы себя ведем. И если сейчас все люди видят эти маски, да, мы просто коллективно создали себе эту ситуацию для того, чтобы начать себя изучать, почему мы в масках, и начать их уже снимать, потому что, блин, я сама с этими масками не могу долго ходить. Давайте коллективно начнем уже чувствовать, давайте коллективно начнем, блин, их снимать и быть настоящими. Говорить, что ты хочешь. Но смотрите, здесь вот есть такой вот момент. Меня сегодня одна сука так забесила просто, я не могу. Вот, кому не нравятся маты, можете отключиться. Я написала вот последний пост. Этот пост 2-летней давности, но я его люблю, там классные слова. Я писала женщину, которая всем недовольна. Я писала женщину, которая, хочет другой жизни. И она не понимает, почему у нее не складывается с мужчинами, почему ей не дарят подарки, почему ей плохо. Потому что она, свое женское, оно подавило. Она подавила свои чувства, она подавила свои эмоции. Она живет ради других, она за всех все знает и так далее и тому подобное. Вот. И кто хочет с этим разобраться, я внизу написала то, что, ребята, я вас приглашаю на бесплатный марафон, это женский марафон, бесплатно. Я вам покажу, как можно разобраться с этой проблемой, если у вас проблема с мужчинами, если у вас проблема с подарками, если у вас проблема с вашей женственностью, с вашим проявлением, с вашими эмоциями, там, вообще проблемы с жизнью. То есть приглашаю. И вот одна сучка мне пишет. Опять тупорылый пост. Я хоть ничего не читала, но я жду еще мусора. Давайте напишите еще пару постов. Короче, все ни о чем. Да ты не понимаешь. В психологии же написано, что все проблемы из детства, там тра-та-та, тра-та-та. Ну вот мы и будем их разбирать, но будем разбирать на марафоне. И проблемы из детства разберем. Вот. А к чему я вообще начала говорить? Блин, забыла, нить разговора потеряла. У меня такое бывает. Подскажите, с чего я перескочила? Говорила про проявление, да, про то, что нужно себя чувствовать правильно, прорыдаться и смеяться, научиться плакать. Вы смотрите киношку, вам хочется плакать, плачьте, не стесняйтесь, это нормально. Если я боюсь смерти, как туда пойду? Вы все равно не умрете. Вы туда не сможете пойти. Так. Сейчас я на последний отмотаю. Маски. Одна вас взбесила, да, она взбесила. К чему я это говорила? Про выплеснуть эмоции, да. Вот. И я могу смело сказать то, что эта сука меня взбесила. Я сама себя взбесила, потому что не причина-то не в ней, а во мне. Вот. Когда я разрешила себе побеситься,
Но я прекрасно в это время, я осознанно понимаю, что причина не в ней, во мне. Я создала эту ситуацию для того, чтобы обратить на себя внимание. У меня вот есть еще эфир предыдущий в ленте о том, что когда вы начинаете себя раздражать через других людей, значит, у вас был застой, где очень много накопилось желаний, и вы прям уже можете их пойти сделать. Но вы это не делаете, вы себя тормозите. И вот гневом, выплескиванием вот этих эмоций, которые вы хотите выплеснуть на кого-то, сами-то на себя же не можете гневаться, вам надо кого-то создать, какого-то персонажа, чтобы он вас раздраконил. Вот, я сидела уже неделю и думала, я хочу выйти в прямой эфир, но мне что-то мешает. И вот пока она меня не раздраконила, я специально вышла в эфир, еще написала в своем чате ребят, с которыми мы работаем, со своей командой, то, что говорю, я такая злая, мне нужно выплеснуть эмоции. Пойду я, короче, запишу прямой эфир, и мне есть что сказать. Вот, и тут бац, ну, как бы все прошло. Блин, я ее благодарю. Она, правда, заблокирована, потому что я не люблю, когда меня читают те, кто еще не готов. Бросая их, ты живешь их жизнью. Да понятное дело. Вот, я себя раздраконила и поняла то, что я давно не проявлялась, я давно не говорила то, что я хочу говорить. И я поняла, что, блин, как это круто взять и побеситься. Себя, от себя не убежишь, себя не бросишь, согласна. Так, дайте мне вот пару секунд, я прочитаю тут очень много сообщений, наверное, много вопросов, и я постараюсь по-быстрому ответить. Так, так, так. Вот чтобы меня понять... нужно почитать хотя бы 10 каких-то постов и посмотреть хотя бы 10 видео на разные темы. Вот, и тогда пазлики, пускай это будут какие-то обрывки, куски, мои эфиры тоже из обрывка состоят. Я не делаю никакой структуры, потому что у каждого своя картина мира, каких-то пазлов не хватает, и вы все равно, как бы я ни структурировала, услышите ровно то, что вы готовы услышать, услышите ровно то, что есть в вас, и вы готовы это воспринять, и... Короче, бесполезно все это структурировать, поэтому кусочками смотрите любые эфиры, как бы чуть-чуть хотя бы недельку, тогда поймете, о чем я говорю. Так-то очень сложно. А страх смерти — это на самом деле страх жизни. У меня есть очень много видео про страх смерти и страх жизни. Почему вы боитесь смерти? Ладно, в двух словах скажу, чтобы потом до эфира доползли. Вы боитесь смерти, ну, остановки. И поэтому всегда себя останавливаете и не живете. В итоге, когда вы не живете, вы боитесь жить. То есть жизнь — это идти в неизвестно, неизвестно, неизвестно. В страх, страх, страх. Это жизнь. То есть вы не смерти боитесь, а жизни боитесь. Я очень хорошо, прям, вот можно сказать, структурированно разложила видео про жизнь и смерть. Посмотрите на YouTube. Так, ссылка в профиле у меня на YouTube-канал, либо лучше заходите в путеводитель в Telegram, и там по ключевым словам можно выбрать все видео, вот, касающиеся какой-то темы, которую вы там обозначите в поиске. Так. Так, так, так. Короче, я сучка. Не женщина та сучка, я сучка. И почему-то от этого хорошо. Какие матрешки в студии, или какой подарок на ночь глядя. Да, я вот реально хотела очень давно выйти в эфир, но вот что-то меня останавливало. Опять же, шаблоны мои. А сейчас выйду, опять что я буду говорить? Да я уже все 1000 раз сказала, да мне сказать совершенно нечего. У меня всегда возникает такой страх, но я всегда иду в этот страх. Мне всегда страшно выходить в прямой эфир, всегда страшно. Вот я выхожу, и у меня столько энергии, потом эфир заканчивается, какие-то подарки летят. Ну, как бы это уже нормально. А другие себя останавливают, а нужно взять и перешагнуть этот момент. Страшно идти в страхе, когда я одна с ребенком. Так это я уже читала. По поводу страхов, у меня очень много эфиров про страхи, у меня очень много постов про страхи, посмотрите. Как с этими страхами работать? Я прям даю технику работы со страхами. Причем эта техника, она не сильно отличается от техник психотерапевтов, тех гипнотерапевтов. Она, блин, распространенная эта практика. Так, я как-то на колесо обозрения залезла, встретиться со страхом высоты, глаза не могла открыть и ревела, как никогда. Наверное, для того и надо было туда забраться, чтобы прорвало на эмоции. Да-да-да, классно.
Так, но страх высоты остался со мной. Значит, тебе надо еще что-нибудь придумать, типа тарзанки. Панический страх. Панические страхи, панические атаки тоже есть. По-моему, я пост выкладывала в статьях на Телеграме. У меня есть канал статьи на Телеграме, и там, или в Дзен, тоже по ссылке в профиле, посмотрите. Панические страхи, панические атаки нужны для того, чтобы вырабатывать искусственно вот этот адреналин, которого вам не хватает. Для чего нужен человеку адреналин? Его колят адреналин, когда нужно вывести человека из бессознательного состояния. Вот, если у вас есть панические атаки, то, ну, это, блин, бешеный страх жизни, то есть вы боитесь жить, двигаться, вы, ну, как бы не живете, вы мертвы большей части. Мы одновременно вообще и живы, и мертвы по квантовой физике, механике, вот, и по большей части вы мертвые, то есть не двигаетесь, зацикленные, день сурка проживаете, и... Вы хотите себя растормошить, но не хотите это сделать осознанно. Вы не хотите пойти в новое, вы не хотите себя познавать. Да? И поэтому вы себя тормошите вот паническими страхами. Причем самое, что интересное, клин клином вышибает. Вот чем страшнее вам, тем больше вам нужно сейчас себя разбудить и понять, да, где вы спите, почему вы неосознанно, почему вы не находитесь здесь сейчас, ну, изучать себя. Потому что панический страх — это неизвестность. Наша жизнь, основа нашей жизни — это неизвестность. Идти, открывать себя, идти, открывать эту жизнь, идти, открывать новое, делать все по-новому, начинать с маленьких шажков. Начать менять свою жизнь. Мы держимся за старое, боимся отпустить. Это то же самое. Сейчас скажу. Вот вы дышите, да, вдох-выдох. А вы вдохнули вдох. И потом начинаете задыхаться, умирать. Ну, потому что вы, блин, умрете, если вы не выпустите этот выдох. И вы начинаете уже там корчиться. Вот вы так держитесь... Как за вдох, за старое, за прошлое, за знания, за людей, за имущество, там, за все что угодно. Вцепились и не хотите выпускать. Естественно, новый вдох вы не можете вдохнуть, потому что вы старый зажали. То есть вы в эти перемены не идете. То есть не меняете новый вдох на старый вдох. Ой, старый вдох на новый вдох. Не меняете, понимаете? Ваша жизнь, она похожа на ваше дыхание. И вам нужно научиться дышать. В прямом и переносном смысле. Те, кто изучают практики дыхания, у них, ну, параллельно, да, и в жизни начинает все складываться, потому что люди начинают понимать, да, что жизнь — это дыхание, жизнь — это вдох, и жизнь, она вот такая, пульс вот такой. И падения, и взлеты, они вот такая полоса. И, ну, если я не хочу ничего менять, я мертвый. Панические атаки, мы пытаемся себя уже насильно, уже душа наша пытается вывести нас из комы вот этой, в которой мы застряли. То есть сидим в комфорте и боимся дышать, а вдруг там что-то случится. Вот, но вы бессмертны, с вами ничего не случится. Вот кто это поймет, блин, ваша жизнь станет прекрасной, счастливой. Ну а счастье — это сей части, жизнь здесь и сейчас, наслаждаться тем, что у вас есть, наслаждаться вот этой жизнью, наслаждаться вот в вашем мире сейчас, уже столько есть, сколько прекрасных деревьев, классное солнце, у вас есть что поесть, что одеть, прекрасные люди, вы можете сейчас куча возможностей осуществить и ваших желаний, но вам всегда все мало, вы не цените того, что имеете, соответственно, всегда хотите того, чего у вас нет, но оно вам нафиг-то и не надо. Вот, но мы такие. Надо задуматься об этом, почему мы так живем и почему эти программы, шаблоны нашего мышления нами так управляют. Так. Сейчас. Как ты относишься к Долматову и Криме Карамовой? Я к Криме никак не отношусь, потому что я не видела ни одного ее эфира. Я вообще не знаю, о чем этот блогер вещает.
Вот. Часто ее у меня здесь упоминаете, но у меня нет времени заходить к блогерам вообще и что-то где-то смотреть. Я не успеваю. У меня вот сегодня я почитала около 10 черновиков книжек уже, которые нужно доработать и выпустить наконец-то. Игра у меня с прошлого года висит, и каждый день куча задач. Миллион постов, хочется то заснять, то сделать. Сейчас я готовлю на женском марафоне, мы снимем бомбическое вирусное видео всеми девочками. Если нас сейчас будет 1000 человек, то 1000 человек будет в кадре просто супер бомбического видео. И вот, короче, каждый раз что-то готовлю, ну просто, ну реально некогда заходить, смотреть. Я уже книжку хоть какую-то мечтаю почитать, у меня нет на это времени. По поводу Долматова, ну я его уважаю, он очень мудрый человек. Вот, но мы сейчас двигаемся в разных направлениях, его концепция, его реальности с моей не совпадает, и как бы, ну и хорошо, мы не должны друг друга клонировать, и как бы нейтрально. Сынок, кошка котенку говорит: сынок, посмотри, это Швейцария. Он такой: как нейтрально. Вот я тоже так же, как нейтрально. Долматов такая же часть меня, опознанная, неопознанная, частично опознанная, частично нет, так же, как и все люди. Вот я через него изучаю себя и через всех людей. Так. Я еще только в начале сообщения читаю сейчас. Нелли, расскажи про кредиты. Очень много. Если вы девушка, то идите на марафон, у нас там с кредитами все будет окей потом. Много видео по кредитам. Сейчас в двух словах скажу. Кредиты — то, что вы задолжали себе. То есть весь мир — это проекция наших чувств, уплотненная форма наших чувств. Мы эти чувства в себе изучаем. Не позволяем себе чувствовать, видим эту нехватку вовне. Позволяем, она проявляется в изобилии, конечно же, тоже. Вот. Все, что мы наблюдаем, это букеты наших чувств в уплотненной форме. Кредит — это то, что мы себе задолжали, логично. А задолжали мы себе очень много внимания, очень много желаний, очень много импульсов, очень много того проявления, которого мы хотим этому миру показать, но мы себе задолжали. Кредит — это обратная сторона нашего потенциала, наших ресурсов, нашей энергии. То есть в природе минуса не существует. В природе есть ноль, либо отсутствие, да, ноль. Хотя отсутствие не существует, кроме самого отсутствия. В мире есть все. Вот. У нас все в плюсе. А минус — это тот потенциал, который у нас уже есть, но мы просто его подавляем, не хотим намеренно видеть, осуществлять как творцы. То есть... Потому что у нас есть противоречивые какие-то желания. Например, я не хочу иметь денег, потому что украдут. Блин, противоречивое желание. Я их не умею, мне никто не крадет. Мое желание исполнено, у меня ничего не крадут. Вот. Либо я не имею денег, потому что начнут занимать. Желание исполнено, я отвязался от людей, которые будут меня доставать. Мне будет стыдно иметь денег, у них же нет, а у меня их много, да? Ну вот желание исполнилось, вы не испытываете стыд. То есть у вас желание одно иметь деньги и 1000 желаний их не иметь. И эти 1000 желаний у вас исполнены против одного, представляете? Вот, а кредит — это тот же ваш потенциал, ваших желаний, которые вы просто уже давно могли бы осуществить, давно эти ресурсы как-то... Блин, потратить, но вы не хотите. Как увидеть, какие ресурсы, какими шаблонами мы творим, какие противоречивые желания? У меня очень много пошаговых техник, блин, очень много всего этого уже написано, уже видео рассказано. Просто говорю, покопайтесь в путеводителе. Плюс вот на женском марафоне я дам прям пошаговую инструкцию, чтобы вы могли вообще в любых своих проблемах разбираться и меня не доставать в личных сообщениях и одними и теми же вопросами. Вот мы на женском марафоне бесплатно, люди, я вам даю, ну просто зайдите туда и сделайте это. Что транслирует нам мир на бесплатном марафоне? Мы разберем, как считывать все эти знаки, что мы себе пытаемся сказать, что мы... пытаемся разгадать, что мы хотим увидеть в зеркале мира в себе, для чего мы создали одну проблему, вторую, что сигналит нам тело, почему у нас есть женские болячки, там,
Ну, а если мы разберем женские болячки, вы потом сможете во всем теле разбирать любые, в себе, в других людях, неважно. Вот, хоть это и есть все разрознено кусками в моих видео, вот, но хочу вот прям четкую инструкцию, чтобы мы каждый день, выполняя одно задание, начинали, ну, понимать на практике. А то все говорят, я не даю никакой практики. Да куча практики. Осознать, какими желаниями вы это творите. Блин, мир нам дает этих миллион подсказок, но мы их в упор не видим. Причем я могу с точностью до 100% сказать, что вы не хотите видеть. Вот я в посте пишу. Марафон бесплатный. Тут же комментарий. Скажите, сколько стоит. Под другим постом. Марафон бесплатный. Интересно. А какая цена? Ну, то есть написано бесплатно. Нет, все равно спрашивают, потому что человек не видит. Он не слепой. Нет, у него просто... Шаблон есть такой, что не может быть в жизни чего-то там бесплатного, если оно эффективно. Ну, к примеру, я сразу оцениваю, какой у него может быть шаблон, да? На себе тоже примеряю его и осознаю, а действительно ли так? Ну, действительно ли я это мнение решила, что оно мое вообще? Кто мне его навязал? Вот почему у меня такое мнение на это мнение? Как из одной практики Акбарс они говорят. Надо просто... как сказать, развить в себе навык наблюдателя. Надо развить в себе навык, ну, блин, внимательным быть. Мы невнимательны, потому что наши мысли нас уводят. Постоянно думая о каких-то проблемах, о будущем, о прошлом. Там дети не кормлены, там деньги нужны, там еще что-то. И мы поэтому вот все, что здесь сейчас есть, не видим. А у нас здесь сейчас есть все. Все ответы на наши вопросы, ресурсы для решения наших проблем. Здесь и сейчас, а не только вот сейчас. Понимаете, в моменте, когда вы в этот момент наблюдаете и чувствуете. Но здесь сейчас никто не хочет находиться. Ну, блин, зачем? Я лучше подумаю о целях, о планах, о том, какое платье завтра одену, о том, что я завтра буду есть. Я лучше подумаю о том, через 10 лет, куда мой ребенок пойдет учиться. Я подумаю лучше о будущем, буду проживать сейчас будущее. И при этом я не нахожусь ни там, ни здесь. И, естественно, я смотрю в книгу, вижу фигу, потому что я невнимателен, я не здесь. Вам нужна первая техника — научиться быть здесь сейчас. Научитесь, я не знаю, придумайте, сфантазируйте любые способы, которые вас будут возвращать постоянно в сейчас. Пример одного способа. Часто задавать себе вопрос: а что я сейчас чувствую? Либо второй вопрос можно задавать: а что я сейчас хочу? Таким образом вы будете из будущего и прошлого, не тратя туда энергию, вытягивать себя, да, в настоящее. Ну, блин, настоящее же оно неинтересное. Не, оно неинтересное. Вот вам вот просто сейчас реально желания нету жить сейчас, нет. Вот когда-нибудь, когда я поумнее, я смогу там пойти на какую-то работу. Вот. А вот то, что сейчас вы настолько, ну, уникальный, грамотный, и у вас столько знаний, вы не хотите это видеть, не хотите это применять, вам нужно еще, еще, еще. Вся информация в вашей голове присутствует сейчас. Вы ее просто постепенно вспоминаете. Вспоминаете какими-то триггерами. Там книжку прочитали. О, нифига себе новость. Хотя эта новость у вас в голове уже была. О, нифига себе, я там вот это узнал. Нифига себе. А вы это знали, но просто вы в моменте не находитесь, поэтому не понимаете, что вы это знаете. И вам нужны какие-то триггеры. Так, меня уже уносит, ладно. Давайте еще почитаю. Так, я ментально сходила в страх разбиться на машине насмерть. Ну, по технике, скорее всего, да, Аня? На следующий день мне пришло 5555 рублей. Какой-то Никита прислал, я его не знаю. Слушай, творчиха. Впервые попала на марафон. До этого думала, почему не получается попасть на эфир, и отпустила. И сразу случайно попала. Чудеса. Да, желания наши исполняются, если мы хотим их наблюдать. Но наши желания не исполняются многие. Например, хочу машину новую, да, у меня денег нету. Вам нужно первое признать техника. Ну, блин, миллиард техник дают. Признать. Я ее хочу не иметь, потому что все мои желания исполняются мгновенно. Если этого желания нет, раскройте свою женскую,
такую энергию принятия. Я принимаю в том, что я желаю ее сейчас не иметь. Раз ее нет, значит, это мое желание. Можете рассмотреть, почему? Да потому что, блин, я водить не умею. А потом ее надо где-то возле гаражей там ставить. А вдруг там что-то украдут. Наши шаблоны мышления начинают нам строить эти препятствия. Когда вы начинаете рассматривать этот вопрос, а почему я не хочу иметь машину? Вернее, почему я хочу ее не иметь? И что мне препятствует ее иметь? Вы увидите очень много шаблонов мышления. Это второй пункт, да, техники. Шаблоны мышления — это любые ваши убеждения, любые крайности, в которых вы свято верите. Но это всего лишь маленькая точечка слоника, которую вы наблюдаете. Кто-то наблюдает слона с хвоста, кто-то с головы, кто-то там с пузика, кто-то сверху. Люблю про слоника говорить. Вот. Мы видим однобоко, узко и только маленькую точечку. Мы как наблюдатель видим только с одной стороны. Но стоит нам кругом обойти, мы можем всего слона увидеть. А если нам еще и сверху и снизу его рассмотреть и подальше отойти, не оценивая его, то мы можем увидеть более полную картину. Но мы с вами узколобые существа, и я такая же. Мы все такие. Мы любим впасть в крайности, держаться за эту правду. Слон — это хвост. И вот наши шаблоны — это та крайность, в которую мы впали, и не хотим принять другую точку зрения, обсмотреть по кругу этого слона. И вот ваш шаблон, например. Я не могу иметь машину сейчас, ну, мне мешает иметь машину, потому что у меня нет денег. Нет денег — это шаблон. Хотя деньги на самом деле никогда не приходили от работы. Вы тоже можете еще разобрать отдельно, почему я хочу не иметь денег. Ну, потому что вы не хотите этих перемен. Будут деньги, нужно столько всего делать, нужно столько всего объездить. Да, блин, это же исполнится мои желания, у меня на них времени нет, да у меня ребенок, потому что, ну как это, сейчас придут деньги, надо ехать во Францию, надо ехать на Бали, я ж туда хотел, туда хотел. А как я поеду, блин? Ребенок, блин, надо же вот возле него сидеть там, или муж меня не отпустит, а со мной не поедет, у него работа. Ой, а если у меня будут деньги, мне надо дом покупать. Я переезжать не хочу, мне некомфортно, а у меня работа, мне некогда будет переезжать. То есть, понимаете, вот каждое ваше вот это убеждение нужно выписывать, осознавать. Блин, а что я за бред-то несу? Неужели вот этой херней я себя останавливаю? Это и есть те шаблоны мышления, которые, фильтры вашего мышления, проецируют во мне вот эту реальность вашу. И техника простая — принять ваше желание и осознать, что мешает и для чего вы этого хотите. Вытащить эти шаблоны из себя, все ваши убеждения, и понять, что это бред. Каждый шаблон рассмотреть, что это бред, рассоздать его. Понять то, что, блин, ну херня, ну что в самом деле, ну не так это все. Но мы с вами зациклены, мы убеждены в правде и зубами за нее держимся. Кстати, у кого проблема с зубами, это те люди, которые реально очень любят держаться за свою правду. И мне очень понравился комментарий. Девушка, спасибо, я не запомнила, как тебя зовут, но ты просто... Я пишу книгу сейчас про зубы, скоро она выйдет. Ты просто взорвала мозг, и я вставила твою часть про зубы. В общем, не буду ходить вокруг да около, расскажу. Она написала: зубы покидают людей, которые как младенцы живут. То есть младенцам не нужно пережевывать пищу. То есть вам не нужно пережевывать, вы не хотите пережевывать. Вы не хотите взрослеть. Пережевывать — переживать, впускать в себя эмоции. Переживать — это жить. Прикиньте. Вот, ну я там это расписала прям уже, прям понятно более. Мне это сразу понятно, ее там два предложения стало. То, что мы, блин, реально не хотим переживать, жить, выплескивать свои эмоции. И вот так. Ладно. Доберусь как-нибудь до ваших сообщений. Ты сейчас говоришь про ребенка, так откликается. Раньше был страх потерять детей, но в то же время так и не хватало личного пространства, времени на себя. Сейчас даю его по максимуму. Да, когда вы дадите себе внимание и отстанете от детей, перестанете их жить вашей жизнью, навешивать вашу жизнь, навешивать ваши желания, идти в принятие с ребенком, то есть принимать то, что хочет ребенок,
не пытаться менять его жизнь. Его душа пришла для своей миссии, но никак не для вашей. Вот, когда вы отстанете от ребенка и дадите ему расти, он вырастет, ну, в прекрасного человека. Вот, но многие родители своих детей ломают. И потом они потом вырастают, вот в 30-40 лет уже старые клюшки разваливаются с проблемами, с кредитами, боятся жить, куча страхов, куча фобий, панические атаки. А все почему? Потому что они сисюкались и до сих пор не выросли, потому что родители, ну, вот их так воспитывали. Но опять же, причина в них, они свой опыт тоже проходят, всему имеет место быть. Вот, но когда вы начнете заниматься собой, ребенок у вас будет отражать. Если вы счастливы, и дети будут счастливы. Если вам дети показывают, что они несчастные, у них какие-то проблемы, какие-то заболевания, нужно прежде всего свои программы раскапывать, в себе свои проблемы смотреть. Когда вы начнете заниматься собой, то миссия-то исполнена, в страх вы пошли, опыт вы прошли, вы поняли, как не нужно делать, а как нужно, то уже ребенку не придется уходить из вашей жизни. Потому что тогда вы насильно его выпихивали из вашей жизни своим желанием. Потому что он резонировал с вами только вот, ну, для, может, этого опыта. Но вы свое сознание поменяли и поняли, то, что сейчас я буду заниматься собой. Ребенку уже, ну, не придется уходить. Уже причин-то нет. И вы уже его не потеряете. Будьте спокойны. Так. Вокруг меня все бухают, хотя я сама вообще не пью, и муж, и сестра. Я их не осуждаю, просто боюсь, что они умрут от пьянки. Но в вашей жизни вы избавитесь от них, как от токсичных людей, да, но они все равно продолжат жить, ничего с ними не случится. Вот, ну, пока они вам показывают ваши шаблоны, которые вы хотите сейчас в себе заметить, и вы всегда притягиваете тех людей, которые показывают вам те чувства, которые вы подавляете, те чувства, которые вы хотите в себе увидеть, которые нужны для вашего желания. Вот вы, например, загадали какое-то желание, вот сейчас образно так сейчас расскажу. Вот вы загадали какое-то желание, за этим желанием стоит чувство. То есть вы не желание на самом деле хотите, а те чувства, которые стоят за этим желанием. Вы не квартиру хотите, не машину хотите, а хотите там комфорт, свободу, там еще что-то. Вы чувствовать определенные чувства хотите. Вот. И вам для создания вашего желания в проявлении вовне, в уплотненную форму, да, для букета чувств, каких-то чувств не хватает, которые вы подавляете, считаете плохим, ненужным, еще что-то. К вам всегда притягивается в этот момент, здесь, сейчас, все люди, которые придут и будут вызывать в вас эти эмоции, которые вы должны принять, прожить, полюбить, там, осознать, я не знаю, что с ними сделать. Вот. У каждого, ну, свой опыт. Но притягиваются люди, которые хотят вам показать. Случайных людей нет в вашей жизни. Вы сами их создаете только для того, чтобы посмотреть на них как в зеркало. Пьяные люди для чего пьют? Они хотят уйти от реальности. Либо какие ассоциации у вас возникают? Поиграйте в ассоциации. Для чего они пьют? Им так веселее становится. Они раскрепощенные, они снимают маски, они становятся живыми, я не знаю. Они идут в свои желания делать, что хотят. Вот подумайте, что для вас. И все, что бы вы ни перечислили, возникло в вашей голове. А раз это в вашей голове, это ваши шаблоны. Не их, это ваши. Если вы предположили про них это, но это ваше. Оно же в вашем сознании, ваши фильтры. И вот вам их нужно будет осознать. Где вы уходите от реальности, где вы боитесь проявляться, и вам нужен какой-то, может быть, допинг. Они в алкоголе этот допинг нашли, проявляться себя, ну, естественно, раскрепощаться, а вы там ищете какие-то другие способы. Но в любом случае вам нужно осознать, что ваша душа просит сейчас. Например, проявиться, а вы боитесь. Вы очень давно хотите там выйти в прямой эфир, а боитесь выйти в прямой эфир. А меня там осудят, еще что-то. Я не могу выглядеть естественно. А пьяным людям там горы по плечу, да, море по колено. Вот, может быть, вы тоже хотите быть такой свободной. Вам чувства свободы не хватает, вам чувства расслабленности не хватает, вам чувства какого-то веселья не хватает. Может, радости в вашей жизни давно не было. Я же не знаю за вас, я вам примеры накидываю. Вот, поэтому вам нужно посмотреть на этих людей как в отражение в зеркале и подумать, а что я чувствую, глядя на них, каких чувств мне не хватает, для чего я это все создаю. Страх пьяного отца, а теперь мужа. Так, ну вот, про пьянство как раз и сказала. Так, так, так. Что делать, если оказывается, что нравится жить в жертве, чтобы жалели?
париться, будьте жертвой, пускай жалеют. Если нравится, в чем проблема? Вот, но как только наиграетесь в эту игру, только играйте осознанно, вот прям осознанно, вам понравится. Наиграйтесь в эту игру, переключитесь уже на Творца, почему нет? Просто знайте, что вы Творец, просто играете в жертву. Зачем лишать себя удовольствия? Я тоже часто играю в жертву, мне очень нравится, но я это понимаю, я осознанно это делаю. Я понимаю, что я со своими же Микки Маусами, которых создаю, играюсь. Вот, не перекладываю на них ответственность, но это очень весело на самом деле. Плюс вам еще не хватает чувства пожалеть себя, конечно же. Как ты относишься к ясновидящим? Прекрасно отношусь. Очень много людей сейчас начинают просыпаться, ясно видеть, ясно слышать, ясно чувствовать и так далее. И у меня есть курсы по телепатии, и люди могут развить в себе эти навыки, вообще любые. Вот. Но судя по тому, как вы читаете посты, вы не то, что там чувствовать не хотите, ну нет у вас такого желания там чувствовать. Вы даже видеть текст не хотите, книжку, фигу видите. Вот. Те люди, которые готовы, они могут раскрыть в себе такие способности. Так, задаюсь вопросом, как они предвидят будущее, и это потом происходит, если мы сами творим свою реальность. Эти персонажи, это же выдуманные персонажи, жители вашей головы, проекция клеток вашего головного мозга, они же вам рассказывают не как кто-то отдельно от вас, это вы сами себе через них рассказываете то, что вы сейчас чувствуете, те шаблоны, какие есть, вы идете по этой реальности. Вот, но как только вы меняете мышление, у вас реальность-то меняется. Вот. Но в данный момент все это предсказание говорит о том, ну, по каким сейчас путям вы идете. Тут как бы все нормально. Вы можете этот путь поменять, если будете осознавать эти шаблоны, менять в голове фильтры вот эти вот ваши убеждения, ваши крайности, которые вас, ну, как бы, в рамках держат, и вы идете по одной дорожке. Как вылезти из кредитов? Осознать, что вы себе задолжали. Для начала перестать из них хотеть вылезти. Ну да, хороший способ принять. Прямо чувствуется, сколько на сопротивление тратите энергии. Да-да-да, хорошая подсказка. Принять, да, что, ну блин, не надо. Я осознанно в эту игру пошла. Я создаю поле, фишки, препятствия, автоматы, зомби. Я сама создаю в своей жизни. Моя жизнь игруля. Просто надо теперь вспомнить, что вы в нее просто играете. Начните играть осознанно, со стороны. Не сливать туда свое вот это вот излишнее внимание. Не принимайте близко к сердцу. Смотрите отстраненно на свою жизнь. Вот, и при этом получайте от этого наслаждение от игры. То есть вы когда же играете, ну вот как пример, да, вы играете в стрелялку, в зомби в какую-то, вы испытываете эти эмоции, когда вы убиваете этих зомби, вы по-настоящему радуетесь, по-настоящему испытываете страх, по-настоящему... А давайте про VR-очки. Вот надо поиграть в VR-очки, тогда вы меня поймете. Ой, VR-игру, очки вот эти вот одеваете и идете с автоматами. Вы проживаете весь спектр эмоций. Это по-настоящему происходит. Вокруг вас реальный зомби, реальный ландшафт. И горы, и что там только нет, и вы даже можете запахи почувствовать, и звуки все, и как там мухи летают, понимаете? Настолько все в этой виртуальной реальности реально, ну прям реально, вы чувства реальные проживаете, но вы понимаете, что это игра, и вам не страшно, вы как бы играете отстраненно, то есть понимаете, что в этой игре. Вот вы к жизни должны так же относиться, отстраненно понимая, что вы в игре, и наслаждаться, проживая все эмоции, все чувства, кайф от убийства, от всего. Ну, я не говорю сейчас вам пойти убивать, вы сами себя, конечно, будете там пристреливать. Вот, кто себя любит, никогда же не пойдет там убивать кого-то. Это я сейчас уже так сказала. Но я к тому, что если вы играете в игру, проснитесь и поймите, что жизнь такая же отстранённо по вашим правилам. И эти правила вы для чего-то создали. И кредиты вы эти создали для себя, чтобы, ну, пройти этот квест, осознать, для чего вы их создали, эти кредиты, да. Что вы хотите в себе познать, что вы себе не даете, какие потенциалы и ресурсы вы зажали, какие проявления в жизни вы зажали, эмоции вы зажали, внимание, любовь к себе зажали. Вот ваши кредиты. Так. Ну, что-то мне дежавю. Мне кажется, я уже про это говорила в начале эфира. Ой.
У меня ощущение, что многие смотрят, слушают, читают тебя, не подписываясь. Например, я думаю, сектанты, мастер-кит так делают, добавляют свои разработки. Не знаю, насчет не подписываюсь. У меня закрытый аккаунт в Куралай, так что на меня все подписываются теперь. Так. Ой, сколько любви от вас. О, Дели, ты меня хакнула. А вы у Долматова к этому всему пришли? Смотрите, когда я приехала на курс, ну, весь курс был, ну, 10 дней, да? Долбёжка только одного. Ты творец. Вот это я вынесла. Когда я осознала, что я творец, все, что я до этого знала, не знала, предполагала, я поняла, что... Короче, у меня было очень много бурных фантазий, и я представляла, как устроен мир еще с детства. У меня всегда так было. Хорошая фраза. Вот. И просто я не могла сложить свою картинку мира в то, что я сейчас складываю. Мне не хватало пазла. У меня несостыковки были. И вот у Сергея я поняла, что я творец. Блин, я есть тот Бог. Ну, сейчас Сергей ушел в Духа и в Отца Небесного, и там молитвы, вдыхание, вдувание Духа. И, короче, опять не в ту стезю. Короче, я попала на тот момент, когда еще вот этих курсов-то не было, только вот только первые были. Вот, и на этом курсе... Ну, общения не было, никаких разговоров, это не лекции, не учебники, ничего. Это просто вот вы творец, вы творите своими желаниями, весь мир — продукт вашего желания. Все. Это вот вся информация, которая была у него на курсе. Все остальное, все, что я рассказываю, это из моей башки. По поводу, читаю я кого-то или нет, никого не читала, никого не смотрела уже куча лет. Но с детства, где-то до 2006-2007 года, я очень много читала психологии, психиатрии, гипноза, блин, астрологии, дизайн человека, изучала вообще, что можно, вот и нельзя, хиромантия, суджок-терапию, внутриэнтологию. Мне с детства было интересно все, везде вот с каждой науки вырывала пазлики, геометрия, химия, физика, вот все что угодно, вот везде вот эти вот пазлики черпала. Естественно, я не помню ни одной книжки, что я читала, но оно здесь, в сознании, оно есть. Плюс у нас, у всех есть доступ к коллективному человеческому сознанию. И эту информацию вы можете получать и знать ответы на любые вопросы, если вы сейчас чуть-чуть раздвинете ваше сознание. То есть зашоренность вот эта вот, шаблоны мышления, которые у вас есть, они вас... В такие рамки вогнали, что, ну, шаг влево, шаг вправо, блин, расстрел. Даже так скажу. Короче, когда вы расширите свое сознание и начнете на мир смотреть шире, отстраненно, видеть целиком слона, а не зацикливаться на какой-то правде, когда вы будете соединять в целое противоположности, это вот мы с Сергеем называем трансформацией программ, Сергей Долматов трансформирует программы, и я. Но у нас разные методы трансформации программ, конечно. Вот. Чем-то схожи, но больше разные. Но это не важно, какими способами, у каких вы психологов, психотерапевтов это будете делать, но самое главное — рассоздать ваши шаблоны мышления, которые мешают вам двигаться, которые препятствуют вашему движению, препятствуют вашим переменам, препятствуют вашим желаниям. Чем больше вы начнете осознавать, что это бред, тем шире будете смотреть на мир. Ваш канал начнет расширяться. Канал к информации вот этой вот нашей коллективной. И тогда у вас будут, ну, блин, все ответы на любой вопрос. Вот вас спросят, а вы сразу ответите на любой вопрос. У меня болит вот это, а потому что вот так. А вот у меня кредит, а потому что вот так. А вот у меня вот так, а вот так. А я вот в будущее могу заглянуть, я могу в прошлое заглянуть. И вы так тоже можете. Когда у вас есть... Не зашоренное мышление, а свободное. Когда вы не зацикливаетесь, не деля на хорошее, на плохое, не оценивая. Когда вы не делите на правильное, неправильное.
когда вы не делите мир на нормальное и ненормальное, оно просто есть и все. Когда вы не делите на мир на большое, маленькое, когда вы не понимаете, у вас границы стерты, вы не понимаете, большое это относительно чего, маленький относительно чего, маленький может быть больше большого относительно чего-то. То есть если не относить к чему-то, не сравнивать, не давать оценку, не к эталону не представлять шаблон, то он становится бессмысленным. Когда вы начнете работать своим мышлением, именно вот с вашими рамками в голове, шаблонами, крайностями, когда две противоположности соединять будете в целое. То есть две противоположности — это две стороны одной медали. Вы медаль вообще не видите. Вы видите только одну сторону, либо вторую. А целого нет. Вы, например, хотите радости, это одна сторона медали, отрицая при этом и пытаясь избавиться от противоположной стороны. Но вы тогда не получите ни того, потому что вы поломали целое. То есть вашей медали не будет, вы не получите радость, пока вы не примете противоположное чувство, когда вы не поймете, что это одно и то же, это одно целое, это одна медаль. Вот просто вы оцениваете таким-то образом, что это вот хорошее чувство, это плохое, это правильное чувство, это неправильное. Вот, когда вы начнете соединять в гармонии, в целостность все, вот все, что вы видите, не деля, соединять в целостность. Вот наша задача вообще по сути того, что мы, боги, пришли, рассоединили себя, собирать себя в целостность, в единство. Ну, это же ладно, уже другая история, давайте почитаю. Слушайте, мне кажется, я уже второй или третий час общаюсь, времени не наблюдаю. Так. Я благодарю, что ты не жалена. Угу. А я очень хочу прорыдаться, что-то никак не получается. На этот вопрос тоже отвечу. Я считала, что плакать — это плохо до 20... Сейчас вспомню. 2012 год. Это был переломный год, когда у меня вообще просто... Ну, говорят же в 2012 году, что наша планета в черную дыру... И вылетела с обратной стороны, полностью поменяв мышление всей планеты, Земли, людей, коллективного сознания. У нас все поменялось, и люди другие, и половина планеты исчезла, мы просто о них не помним. Вообще это была новая жизнь, создание новой планеты. Вот. И конец света еще как раз в это время говорили, был, да? И реально, ну так. Я просто проснулась утром другим человеком, и я понимаю, что, блин, я другая. И вот этот переломный момент, он изменил, ну, вообще, вот в моем мышлении, в жизни все. Так, а к чему я хотела? А, прорыдаться. И я работала там на работе одной, и мне там психолог говорит: слушай, давай я тебя проконсультирую, если хочешь. Психолог детей. Я говорю: ну, давай. И она мне говорит: слушай, у тебя подавленные эмоции. Ты когда последний раз плакала? Я такая говорю: блин, да я в детстве даже не плакала. Я считаю, что это плохо, блин, проявляй свои эмоции. Я сильная, я мужик, ремень, в юбке, и вообще, блин, я такая крутая, блин, я не могу плакать. Она такая: ты чё? Я училась год плакать и не могла. Ну, вот прям, ну, никак, я не могу. Я смотрю фильмы, у меня ноль эмоций. Вот ноль эмоций на все. Смеяться могу, плакать нет. И она мне посоветовала. Нелли говорит: возьми, начни смотреть мелодрамы. Почему я до сих пор на них подсела? И просто вот, блин, признаюсь, корейские мелодрамы, я плачу. В общем, она говорит: начни смотреть. И если вдруг слеза потечет, разреши ей. И я начала смотреть каждый день фильмы о любви. Ну, не знаю, сколько сотни я их просмотрела или десятки, с каких пор я начала плакать, но они начали вызывать мне потихоньку эмоции. Вот, блин, благодарна этому психологу просто. Ну, я сама к себе пришла и сказала себе это. И я научилась так плакать, и теперь у меня вызывает слезы там радости, умиления, грусти, тоски. Неважно, у меня всегда катятся слезы. Я иду в киноцентр, даже ужастик будут показывать, и я плачу. Мне не страшно, мне просто классно. Вот. И я научилась плакать. Теперь не стыдно. Вот. Но это
было время, хочу сказать, там несколько лет я училась плакать. И сейчас вот на людях, наверное, вот последний год могу рыдать везде, в любой ситуации. Так что хотите прорыдаться, смотрите фильмы о любви. Так, а если мы в других вариантах реальности умираем, то, допустим, наши близкие, умирающие в нашей реальности, где-то там в своей теряют нас. Ну да, смотрите, получается, наша реальность раздваивается. Близкие и там, и тут. В одной реальности эти близкие остаются с вами живым, а в другом ваши близкие вас хоронят. Все просто. Посмотрите просто по квантовой механике какие-нибудь теории мультиверсии, мультивариантности, как вот видяшки раскладывают эксперименты о мультиверсии, как у нас мир многовариантен. Потому что я не мастак про квантовую физику рассказывать. Ну, у меня для этого словарного запаса не хватает. Еще и наглядно надо показывать. В фильмах обычно классно раскладывают, вот вообще. Хочу стать режиссером, может, когда-нибудь получится. У меня жизнь долгая, буду создавать фильмы. Хотя, может быть, я эти фильмы и создала, прикиньте, в параллели. Так. Я на днях боялась смерти, первый полет, который невозможно боялась. Пошла в страх, попыталась представить, что я умираю. Не смогла, а потом услышала о бессмертии. И что сейчас произошло? Она меня выбесила. Кто-то? Та девушка, которая меня выбесила, или я вас? Так. Одна вас выбесила. Блин, вы про кого пишете? Я просто, скорее всего, что-то рассказывала. Слушайте, а знаете, какой прикол? Я после своих эфиров всегда пересматриваю свои эфиры. Ну, там, может быть, сразу, может быть, через день, через два. Я не помню, что я говорила. Это ненормально. А, это она вас тоже выбесила, что она написала про психологию. Поняла. Слушайте, знаете... Я еще вот момент, когда про нее рассказывала, помните, я еще сказала, я забыла, что хочу вам сказать. Я вот что хотела сказать. Есть важный момент. Если вас выбешивают люди, вот к чему я начала про нее говорить. Вспомнила, блин, дошло. Сейчас. Как бы это сказать? Вот когда лезут в ваши границы. Женская энергия — это не только принятие, это умение говорить «нет», умение ограничить свои рамки, чтобы ваши желания не влазили вами, не управляли, чтобы вы были, блин, творцами своей жизни, управляли своей жизнью, то есть ваши желания на первом месте. Естественно, если кто-то в вашу жизнь лезет, это нормально, просто послать его нахуй. Иди отсюда. Да, я шлю там сама себя, я это осознаю позже. Но в данный момент, здесь, сейчас, я пошла по своему желанию, по своему импульсу. И этот человек уже отвалится, и он мне не нужен. Я осознаю потом, для чего он там пришел в мою жизнь, допустим. Это уже другой момент. Но когда лезут в мои границы, в мой дом, в мой чат, в мой аккаунт, да, я могу послать. Но выражать эмоции, лезть к другим людям, я вам не советую, потому что какого хера вы лезете в жизнь других людей, пытаетесь их учить, какого хера вы пытаетесь сказать, что в интернете кто-то не прав. Это как её? Секретарь, отмени все мои дела. Все дела отмени. В интернете кто-то не прав, я спасатель, я пошел спасать. Вот, не надо лезть к чужим людям, но это их жизнь, займитесь своей жизнью. Но когда в вашу жизнь в наглую лезут, вы можете сказать. То есть, ну, вы, в принципе, везде можете. Вопрос, для чего вы это делаете? Утвердиться за других счет, ну, за счет других там. Блин, он не прав, я вставлю свои, сука, 5 копеек. Зачем вы это делаете? Ну, вы, блин, смешные при этом. Но когда лезут в вашу границу, вы можете человека растоптать, и это нормально.
если вы просто дадите ему по башке, научите его, он пришел в вашу жизнь только для того, чтобы вы его научили не лезть в чужую жизнь, а заниматься своей, поэтому вы можете дать ему по башке. Хотите биты по-настоящему дайте, хотите расскажите ему, как вы хотите ему голову размажить за это. Это нормально. Он срезонировал с вами только для того, чтобы получить этот опыт. Вы отстояли свои границы и свои желания. Свои желания, ваше желание — закон. В вашем домике, в вашем убежище, блин, в вашем аккаунте. Представьте, пришел человек и насрал в вашей квартире посреди комнаты. Ну, отпиздить его надо, и все, нихер сюда лезть. Он пришел за этим, чтобы его отпиздили, чтобы он понял, что надо своей жизнью заниматься и говно класть у себя, а не у чужих людей. Поэтому вот я делаю, что хочу, и говорю, что хочу, это да, но не впадайте, блин, в эти две крайности, найдите середину, что я говорю и делаю, что хочу в своей жизни для себя, в своем доме, в своем аккаунте, но при этом мне не надо другим говорить, потому что в это время я теряю свое время, потому что я мог его на себя потратить, а я сижу там, сука, других учу. Зачем? Еще и в отражении в зеркале. Отражение свое учу. Вот, то есть собой надо заниматься. Если видите вторжение, шлите нахер. Вот, но сами не лезьте, потому что, ну, вас пошлют, это нормально, что вас пошлют. Ну, ибо нихер лазит. Вот. Поэтому я вспомнила, почему отключить из моего эфира будут маты. Блин, только я так могу скакать по реальности, а вы через час только сказать об этом. Блин, офигеть. Мне самое смешное. Так. Если снятся страшные сны, где вечно убегаю, то от маньяков каких-то тяжелые сны. Вот, Кристиночка, как раз про сон. Можете написать подробно, и если не получится расшифровать, последний пост у меня про сон. Я могу помочь, но там прям техника дана. Я вечно сама от себя убегаю, я как маньячка. Я хочу себя догнать и сама от себя убегаю, понимаешь? Вот, когда ты осознаешь, где ты от себя убегаешь, то есть ты не хочешь смотреть на свои чувства, не хочешь смотреть на свои желания, не хочешь жить своей жизнью, живешь, наверное, другими людьми. Там. Знаешь за всех как надо, блин, о себе не позаботилась. Вот, ты маньяк. Сама за собой бегаешь. Сны, блин, шикарно дают нам подсказки. Как прочитать книгу? По ссылке в профиле, там есть канал статей. Блин, с этого уже можно 30-40, там, не знаю, 100 книг, наверное, сделать. Там же книжки, там же мой YouTube-канал, там же путеводитель по видео, там же бесплатный марафон, на который вот в ближайшее время можно добавиться. 12-го начала, но 9-го уже закрою, 8 или 9 ноября уже закрою попасть на марафон, короче, чтобы мы успели там пообщаться и промодерировать всех. Не могу брать деньги для себя, своих денег вообще нет. Ну, блин, смоги. У тебя их и нет, потому что ты их не можешь брать и не хочешь. Я не могу заработать, не могу брать себе. Ну, потому что не можешь. Шаблон могу, не могу. Надо рассоздать. Почему могу, это не могу, а не могу, это могу. Почему эти две крайности, противоположности одно и то же? Почему я могу, не могу? Блин, я сейчас, короче, в таком состоянии не расположена к трансформации шаблонов. Можно под каким-нибудь постом потрансформировать. Мы часто там какие-то шаблоны раскладываем. Вот. Попробовать понять, почему эти две крайности одно целое. Чтобы ты на это «не могу» перестала опираться. Все ты можешь, ты творец. Ты хочешь не мочь. И когда ты разрешишь себе деньги, они будут у тебя, но ты их просто себе не разрешаешь. Естественно, ты не можешь никак заработать. А как ты заработаешь, если ты не позволяешь себе? А почему? Спроси, что для тебя деньги? Ну, если у меня будут деньги, что с тобой случится? И там тысячу шаблонов. Плюс, смотри, у меня есть закрытая группа, и сейчас 50% на нее скидка. «Манедвиж» называется. Марафон по деньгам. Как трансформировать деньги? Если не хочешь с книжкой разбираться, да, там читать ее про деньги, у меня есть бесплатное видео, вернее, бесплатный сериал на YouTube-канале, 10 серий про деньги называется, там то же самое. Книжка про деньги. Есть марафон. Марафон закрытой группы.
Стоит сейчас 50% скидки, это 50 евро, да, получается? 50 евро. Вот. Если вы почитали все книжки, одну книжку, два чек-листа, то 47 евро получается. Да, где-то так. Люди задавали себе вопрос, для чего хочу не иметь денег, и что мне мешает их иметь. И там 1000 ответов, 1000 шаблонов. И эти шаблоны каждый рассоздавал со своей колокольни, да, почему это одно и то же, ну, противоположности, крайности. Только почитав это, уже можно, блин, все вот тут в голове осознать. Плюс еще свои версии изложить. То есть пройти вот этот марафон можно там за 3-4 дня. Группа закрыта, оплачивается на месяц. То есть в течение месяца читайся, зачитайся. Представьте, вы можете найти там 10-20 каких-то шаблонов. Ну, почему я хочу не иметь денег? Или что мешает мне иметь денег? 10-20 нашли. А у нас там было очень много людей, там 3000 шаблонов. Представляете, почему я хочу не иметь денег? И эти шаблоны еще там рассозданы, то есть трансформированы. Их уже можно читать, осознавать, уже даже свою голову не включать. Просто, не, ну включать чуть надо, хотя бы осознать это. Но думать не надо, прикиньте. Так что я не знаю, чего вы молчите. Хоть бы в директ бы задали вопросы, потому что про деньги у меня много, очень много бесплатной информации. Если хотите, вот, чтобы 1000 человек вас трансформировало, заходите в закрытую группу. Ну, 50 евро, ну, блин, на месяц это копейки на самом деле. Так, ладно, зацепилась опять про эти деньги. Нарвалась на тебя на Ютубе, сразу мне зашла, я влюбилась. Ой, это классно, очень много меня ненавидят, очень много меня ненавидят. Жертв, жертв, жертв. Те, которые, блин, живут в таких шаблонах, боже мой. Но... наша планета сейчас очень быстро очищается. Люди, которые не хотят меняться, ну, блин, по сути, жить не хотят, да, жизнь — это изменение. Не хотят меняться, не хотят расширять свое мышление, которые зациклены: работа, дом, деньги, у меня ничего нет, я бедный, несчастный, я жертва, блин, они и заболевают коронавирусом, и какими-то другими проблемами, еще что-то. Короче, что их быстро в могилу сводит. Поэтому, ребята, я кайфую с теми, то, блин, двигается дальше. Сколько я уже? 2 часа, да? Мама не горюй. Мама не может наладить жизнь. Это какая-то проблема во мне. Ну, проблема и в маме, и в тебе. Мама тебе отражает то, что ты чувствуешь по отношению к этой ситуации. Тебе нужно это разобрать, и отражение в зеркале в виде мамы изменится. Потому что у нее тоже что-то щелкнет. Но если мама начнет прорабатывать себя, в твоей голове щелкнет. Вы очень близко связаны друг с дружкой, поэтому, когда ты себя трансформируешь, близкие в первую очередь трансформируются вместе с тобой. Мы, блин, связаны, ой-ой-ой, как тесно. Вот, естественно, в своем мире они как просто придуманные персонажи тобой и носят те чувства, которые ты не хочешь себе позволить или увидеть себе, наделяешь чем-то неизвестным всех вокруг, начинаешь изучать себя так через них. То есть мама тебе показывает, естественно, твои шаблоны, но она в тебе видит свои. Можете вместе комбо начать работать над собой, можешь ты одна проработать ее в своей реальности, но не факт, что она срезонирует с тобой. Смотрите, тут такой момент, когда вы работаете над собой, пытаясь изменить другого человека, два развития событий. Первое, вы трансформировали какие-то шаблоны, если этот человек, ему эта информация придет неосознанно, захочет меняться, он с тобой поменяется, твое отражение в зеркале поменяется. Если он не захочет резонировать с тобой, его эта информация не затронет, то он уйдет из твоей жизни. Как он уйдет, неизвестно. Просто исчезнет и все. Это может быть и похороны, это может быть просто человек ушел и в неизвестном направлении. Вы поссорились, либо он куда-то переехал, неважно. Либо ты просто утром встанешь и не вспомнишь, что вообще такой человек существовал. Вариантов событий бесконечное множество. Но два пути. Либо он меняется с тобой, отражение в зеркале меняется. Либо он не хочет с тобой резонировать, и он исчезает из твоей жизни, и вы перестаете, ну, вместе общаться. Но тебя это никак не должно трогать, естественно.
надо к миру относиться, блин, намного проще, чем мы вот относимся. А я могу на себя злиться и ненавидеть, и ярость на себя проявлять. Ну, прикиньте, вы Бог, вы злитесь на Бога, и ярость на себя проявляете, и ненавидите себя. Ну, почему? Зачем? Надо это осознать. Что за фигня? Как можно себя ненавидеть? Вы совершенство, богиня. Нельзя так с собой. А если вы еще свое тело не любите, боже мой, то вы считаете вкус Бога плохим. Но вы же создатель своего тела. У меня одно время был именно страх удушья, что я проснусь в гробу и нет воздуха. Надо разобрать. Причем у нас столько времени, энергии, сил, блин, я не знаю, жизни тратится на то, чтобы переживать эти страхи снова и снова, и не осознавать для чего. И мы в это время, ну, блин, здесь сейчас не живем. Человек, который живет здесь сейчас, у него априори нет страхов, потому что он здесь сейчас находится. Но, блин, как убежать из здесь и сейчас? Как убежать из жизни? Жизнь в моменте только сейчас есть. Все остальное — это ваше суждение о будущем, о прошлом, иллюзия ваша, да? Настоящее — только вот этот миг. Но мы настолько не хотим жить с вами, что мы убегаем куда-нибудь, да? И вот страхи нам тоже помогают быстренько убегать. Я лучше страхи буду проживать, чем вот сейчас наслаждаться жизнью. Согласитесь, выбор-то клёвый, страхи интересней. Так, что-то хотела про страх сказать. Блин, забыла, ладно. Зачем я увидела про проклятие? На кого я ответственность за жизнь перекладываю? Кому власть отдаю? Вот непонятно, действительно. На Микки Маусов. Нелли, приветствую. Можно ли словами объяснить истину? Если нет, то какой смысл от нашей болтовни? Так. Аривидерчи. Жизненно бессмысленно. Смысл жизни в бессмысленности ее существования, в бессмысленности всех наших действий и нашей болтовни. Вот. Не надо ничего наделять смыслом. Живите, кайфуйте, наслаждайтесь этой жизнью, играйте в эту игру без смысла, просто ради того, что вы проходите этот путь и наслаждаетесь, ради самой игры, без всякого смысла, без всяких целей. И все. Все, что бессмысленно, этим я и буду заниматься. Поэтому, ребят, кому нужен смысл? Аривидерчи. До свидания. И еще самое интересное, мой эфир идет уже 2,5 часа, наверное, да? Если не 3. И этот чувак смотрит меня. Нормально, да? Бессмысленный эфир, которому нужен смысл. Ух, класс. Такая спокойная, вы пишете. Вы просто не представляете, как я от этой сучки, которая меня взбесила. Я так бесилась 5 минут и решила выйти, и сразу такое спокойствие. Так. Нелли сегодня такая наполненная, довольна. Скажите, когда я была недовольна? Я когда недовольна, я довольна тоже. Уже все затыки про деньги проработала, а денег нет, потому что не все. Потому что деньги — это перемены. Сколько перемен вы сегодня себе сотворили? Ответьте себе на этот вопрос. Очень хочу на этот марафон, бегу. Да-да-да, давайте, заполняйтесь. У нас будет 1000 девушек, да? И у нас будет офигенный, вот, я даже не могу сказать, офигенное видео, где будет 1000 девушек говорить кое-что. Это будет бомбическая штука. Причем для того текста, который будет в видео, как раз нужно 1000 лиц. Расскажи про марафон, как будет проходить, какие этапы. Я на марафоне. Ну, как марафон начнется, так и расскажу. Ну, в 2 словах. За сутки я вам даю задание, вы в течение его дня выполняете в любое время, какое хотите, и потом сдаете отчет. Пишите письменно,
Что вы сделали и осознали по поводу этого задания? Ну, например, расскажите о себе, да, задание. Выплесните ваши травмы, какие у вас там есть. Задание. Ну, это я пример говорю, но такого вряд ли, конечно, будет. Ну, познакомимся. Какие примеры могут быть? Выпишите, что вам мешает иметь деньги. Ну, будет не про деньги, поэтому я не хочу раскрывать задание. Почему вы ничего не говорите о богах и духах? Ну, потому что Бог я. Что мне о себе говорить? Ведь они намного категорий сильнее людей. А, понятно. Мы только проводники воли богов к людям. Ваша правда. Мы творим свой мир как творцы своей правдой и своими убеждениями. Любые ваши убеждения подтверждаются в реальности. На то мы и боги. Поэтому, ребята, то, во что вы верите, так оно и есть. Хотите, верьте в жертву, будете жертвой. Хотите, верьте в судьбу, будет судьба. Хотите, верьте, будьте богом, будете творцом реальности, творить любые желания, какие хотите. Во что вы верите, во что вы убеждены, какие у вас шаблоны мышления. Есть духи, а вы люди, там, окей. Да будет так, и так оно и будет, потому что мы творцы, и мы творим, играя в эти игры. Вот именно вот таким способом, вот во что верим, во что хотим верить, вот какая правда нам нравится, эта правда всегда подтверждается. Я выше всех этих богов, я выше всех этих правд, и все правды сосуществуют одновременно, и каждая правда — это одна точка обзора на слона, понимаете? Я не отрицаю ни богов, ни христианства, ни какие-то учения, веры. Это каждый пазлик одной большой картины истины, понимаете? Но зацикливаться на каждой правде... Я и в свою правду не верю, потому что я всегда сомневаюсь во всех правдах и соединяю их в целое. Почему, допустим, атеист и христианин — это одно и то же, да? Почему они говорят об одном и том же? А вы когда-нибудь задумались, да? А почему туда веды, если приплести? А если человек вообще там безбожный? Короче, всех собрать и увидеть целую картину — это круче, вот намного реально круче. Я богиня, давайте обо мне говорить. Вот, короче, ребят, сомнение — это очень крутой навык тоже, сомневаться. Вы не боги, вы люди. Ладно, хорошо. Мы не боги, мы люди. Люди! Это вот просто скафандр. Бог в этом скафандре в забвение в свое вошел. Все забыл и просто играет в этих скафандрах. Ну, блин, чем не крутая правда? Если вам эта правда нравится, вы можете ее выбрать и в нее поиграть. Потом поиграете, что вы жертва, червяк, блин, никто. Тоже можете в это поиграть. В судьбу можете поиграть. Можете поиграть в человека... какого там червяка, да, и молиться пойти Богу, и в это поиграть, везде, во все интересно поиграть. И самое интересное, что вы во все эти игры играете сейчас одновременно, во всех телах, и я даже сама вот себя сейчас читаю, отвечаю, и вот в теле мы люди, мы не боги. Я и в эту игру сейчас играю, и я везде получаю опыт. Короче, народ, вы должны, знаете что, вы ничего не должны. Вы должны, единственное, наверное, в этой жизни научиться выбирать правду, та, которая вам нравится. Если вам не нравится та правда, в которую вы верите, так поменяйте ее нахрен. И вы увидите, как ваша правда новая также подтвердится, как и та старая, которая вам все подтверждала. Во что бы вы ни играли, ваша правда подтверждается всегда. Так, ладно. Тут только боги. А, ну тут да. Тут да. Бог является нашим творцом. Мы можем стать после смерти либо животным, либо человеком, либо богом. Я уже богом стала после смерти. Отстаньте от меня. Ау. Маги пожаловали. Я и маг тоже. Магиня. Мы все тут маги. Белиссимо, давно вас не слушал. Ну, конечно, меня очень много считают людей, нормальных людей, сумасшедших, да, которая может менять правду на ту, которая ей нравится в данный момент здесь, сейчас. Вчера она говорила одно, завтра другое, соединяет разное, то она в одно играет, то в другое. Вот сумасшедший человек, да.
А мне вот не нравятся нормальные, которые живут в нормах, в рамках, в ограничениях и видят один хвост или глаз слона. Ну вот реально, ребят, вот какая правда интересней? Видеть только кусочек или наблюдать, играя в разное, принимать все, причем самое-то главное, не отрицать. Мы не отрицаем магии, магия есть, волшебство есть, и по волшебству можно творить ваши желания. И деньги по волшебству приходят. Просто раз девушка с тарзанки прыгнула, посмотрите отзыв в сторис, сразу счет нарисовался, неизвестно откуда, банковский счет просто на этой карте. Она в онлайн-банк зашла, 28 тысяч. Она пошла в свой страх, ну волшебство же. Мы вообще волшебники, просто мы даже не наблюдаем в этой обыденности волшебство. Нам кажется, все такое обычное. Так вот, все в обычном и есть необычное, понимаете? Как мне недавно понравился один чувак, мой любимый, если он меня смотрит сейчас. Он сказал, ну блин, жизнь такая обычная, ничего необычного. Мы летим на этом галактическом корабле под названием «Земля» со скоростью там хренов сколько, ну, этих триллионов километров в час. Вот. А так ничего необычного. В огромном космосе. Я умею магически валяться на диване. Так. Ничего нету. Поехал, снял хату. Есть мыло жидкое, но оно слишком жидкое. Ой, не могу. Ой, не могу. Я с комментарием сейчас ржу, не могу даже читать. Серега, жгешь. Привет тебе. Серегу знаю с 2013 года. Блин, очень классный просто. Вот он творец. Так. Школа убивает мотивацию, согласна. Поэтому нам нужно трансформировать школу, понять, для чего мы хотим убивать в себе мотивацию. Вернее, мы это делаем целенаправленно и постоянно. Надо учиться коллективно себя мотивировать, жить, в новое идти, познавать, учиться. Но не копить знания, да, а ради того, чтобы познать это. Использовать не обязательно. Пусть не учится, найдет свой талант в 15 и станет звездой. Так тоже, кстати, можно. Ой, то наша система — это плохо. Очень много делим на плохо, но хорошо. Мой мужчина думает только о деньгах, а денег чё-то меньше. Потому что не денег вам нужно хотеть. Ну, ребят, ну, блин, ну чё вы? Вам нужно хотя бы начать с того, что вам нужно хотеть желания. Деньги — это просто, ну, блин, способ получения вашего желания. Зачем вы хотите способ? Способов миллиарды. Вам не надо придумывать один способ в виде денег. Вам нужно придумать желание. И за желанием посмотреть, какие чувства за ним стоят. Дайте вам, ну, дайте себе эти чувства, и будут у вас эти желания. Деньги не обязательны. Это один из многочисленных способов получения этих чувств и желаний. А чувства можете дать без денег здесь и сейчас. Ну, блин, ну, откройте, пожалуйста, ваши глаза. Ну, блин, почувствуйте это. Чего я пытаюсь уже донести, не знаю, какой эфир, нацитый. Деньги, деньги, у вас в голове одни деньги. Вы все заменили, всю вашу жизнь заменили деньгами. Понятно, платить за квартиру надо, но это ваше желание, чтобы у вас был долг, потому что вы играете в эту игру себе показать. Это ваше желание, чтобы у вас не было еды, вы себе кое-что показываете. Я же не могу за вас все время давать ответы, потому что вы тогда вообще перестанете думать. Ну, включайте голову. Нелли каждый эфир говорит одно и то же, ее не слышат. Задайте себе вопрос, почему я не хочу учиться в школе. Ну да, тоже можно. Вернее, смотрите, ваши вопросы задавайте правильно. Ну, правда, нет правильно, неправильно. Ну, хорошо заданный вопрос или плохо заданный вопрос. Разные результаты приносит. Если вы говорите «я хочу», а дальше уже там не иметь машину. Не «хочу иметь», а «хочу». Всегда говорите «я хочу». Потому что не хочу, это тоже хочу. Всегда вы чего-то хочете. Хотите. Хочете.
всегда вы что-то хотите. Вы хотите чего-то не иметь все время, и для этого есть причина. Вам эти причины нужно найти и рассоздать в своей голове. Осознать, что это бессмысленные причины, что вы за эти причины цепляетесь для чего-то. У вас есть противоречивые желания. Так. Я слушаю тебя, у меня льются слезы. Ну это ж круто. Я сама весь эфир, честно говоря, чуть не плачу. У меня слезы пробиваются. Я сказала, что я на людях плачу, но просто сейчас, ну как бы, ни место, ни время. Я хочу плакать, блин, весь эфир, я не пойму почему. Тоже такое вот, бля, вибрация вот вообще космическая сейчас с вами. Мы прям на одной волне. Так. Женщины, все, как мне проработать, там вот эти вопросы, ставьте до марафона. 12 ноября у нас начнется марафон. Будет вам практика. Ну что вы переживаете? Давайте это, отдохните, подготовьтесь морально к работе. Работать надо. Но если вы что-то не понимаете, это ваше желание не понимать, потому что вы не хотите это понять. Ваша жизнь разрушится, старая. Ну поймите вы это уже. Вы не хотите отпускать старое. Вы не хотите понимать. Вам это не нужно в данный момент. Вы готовы расстаться со своим старым прошлым? Нет, не все готовы. Это надо такую волю иметь. Взять, отпустить прошлое, блин, и пойти в новое. Поэтому многие не слышат, не видят, глухие, слепые, глухонемые даже, так можно сказать. Так. Нелли, спасибо тебе, что объясняешь все, как устроено, причем по несколько раз, чтобы дошло наконец-то. Слушай, это мой эфир, ну, наверное, 300 какой-то на YouTube. И эти все одинаковые. Они все одинаковые везде, одно и то же. И я повторяю изо дня в день. Я просто уже не понимаю. Ну, разными словами, понятно, с разных точек углов зрения. Все время вроде как разная информация, я говорю об одном и том же. Я уже даже не знаю, как вам объяснить. Но это только все зависит от вас, конечно же. Когда готовы меняться? Спросите, наверное, знаете, какой вопрос? Для чего я хочу не меняться? И второй вопрос, я вообще готов поменяться? Если вы скажете «да», вы поврете себе. Поврете, поврете. Будете врать себе, потому что вы не готовы. Так. Я запаздываю с этими, со словами, потому что я читаю. Такая переписка ржачная. Так. Тун-тун-тун. Мы охуительные, это не исцеляется. 100%. Ай, не могу. Как мне нравятся губы у Нелли. Спасибо. Все спрашивают, надувала ли я? Ни одной операции не было. Никаких ботоксов, ничего. Это мое природное, у мамы такие же. Поэтому, кто не верит, зайдите к маме в аккаунт. А чё я оправдываюсь, да? А, я не оправдываюсь, я это хвалюсь. Хотя ничего не имею против ботокса. Почему нет? Можно экспериментировать. Столько всего создаем в этом мире, чтобы пользоваться этим. И отрицаем. Фу. Но вы же творцы это создали. Ваш мир только в ваших руках. Дмитрий живет в мире, где всему причина порчи и проклятия. Ну, ему эта игра нравится. Почему нет? Я играла в сущностей. Наигралась. Осознала, соединила их. Они тоже имеют место быть. Но сейчас я смотрю на них иначе. Смотрю на это совсем вообще по-другому. Это нормально. Порчу тоже можно объяснить. Ну, как бы с моего видения я тоже объясню, что порча есть. И я могу ее объяснить. Но она не будет таким объяснением. Она будет с моей колокольни вообще по-другому выглядеть. Надо, кстати, эфир как-нибудь запилить про порчу. И про гипноз. Все это есть. Вот. Самое главное, ребят, и классное, это принятие, раскрыть эту энергию потока, принятие, принимать, что в мире есть все, кроме самого отсутствия. Все есть вообще. И маги, и порчи, и вампиры,
и те, кто умирает, и те, кто бессмертный, и у кого есть квантовая физика, у кого ее нету, у кого микробы убивают, у кого микроб не существует, все есть. Но если вы начнете это еще рассматривать с разных углов и находить целое, объединять эти знания в одну картинку, в общее, то вы просто офигеете, насколько, блин, круто получается. Так. Зачем я вижу мага здесь? Ну, блин, вы себя видите. Вы увидите в себе мага и волшебника. Насколько классно вы можете творить реальность свою. Это же так круто, увидеть мага. Я себе еще раз подтвердила, какая я волшебная. Это ж круто. Я тоже хочу магичить. Движение в любом направлении — это жизнь. Да. Так. Раньше я защищала блогеров, на которых в комментариях наезжали. Прям жестко так получалось. Ой, фея маркетинга, пожалуйста. Я тебе вот прям разрешаю, если тебе еще интересно наезжать на тех, кто на меня наезжает, я тебе даю все карты в руки. Я так люблю, когда мои подписчики наезжают залетных, которые наезжают на меня, и потом мои подписчики начинают наезжать на них и дают по башке. Давайте коллективно им дадим по башке. Нефиг в мой домик приходить и накладывать кучку говна. Сиди ты там в своем домике, разбирайся, если тебе что-то не нравится, да? В интернете кто-то не прав, все надо пойти, все порешать. Вот, поэтому я как бы очень рада буду, кто в моих комментариях будет наезжать на всех, кто наезжает на меня и на нашу с вами свободную концепцию жизни. Это ж так круто. Так, блин, да чего ржачный чат получился? Вы еще там между собой общаетесь? Обычно это редко. И еще в час ночи 150 человек не спит. Очень круто. Так. Кофта блестящая тоже. Да, кстати, кофта, она и без фильтра блестящего блестящая. И блестит так на самом деле. Ой, похвасталась кофтой. Я не успеваю сейчас сообщение читать. Жажда спасти всех, все жертвы, людям помощь нужна, от себя внимание отвлечь, мол, некогда мне собой заниматься, а я мир спасаю. Ну да, конечно. Собой заниматься не хочу, хочу спасти весь мир. Я еще очень, блин, угораю от этих комментаторов, которые пишут: вы людей обманываете. Я сначала, правда, не поняла, в чем, но это не важно. Ты, чувак, почему ты считаешь весь мир дебилами? Неужели ты считаешь, что у них нет мозгов оценивать то, во что им верить, там не верить, правильно они оценят, неправильно? Короче, приходит какой-нибудь диванный спасатель и начинает орать: вы всех людей обманываете. Прикиньте, он просто взял самый умный и всех людей опустил до тупорылых, которые, блядь, своей башкой думать не умеют. И я с этого больше всего играю. Какие же комментаторы клевые. Я люблю троллить людей очень жестко, хлебом не корми. Но я это делаю так, играючи, поржать, посмеяться, это тоже за дело. Но в своем домике, которые пришли ко мне посрать, я иногда их себе специально привлекаю, чтобы они пришли ко мне, натоптали. Вот, а я их тут раз, настроение поднимает, пар выпустила, это хорошо. Но вот в чужой домик я не залезу срать, вот честно, вот только в своем. И не вижу вообще смысла, зачем вы лезете. Ну ладно, это уже так. Ржу. О, мой муж со мной срезонировал. Ну да. Все люди, которые рядом с вами находятся, они все с вами резонируют, показать вам что-то, вызвать у вас какие-то эмоции, прожить какие-то чувства. Нам чувства все нужны, и для каждого желания какие-то чувства нужны. Не отрицайте. Вот, например, да, вы хотите поехать на Бали.
ну, это какой-то букет там огромных чувств разных, там это свобода, это вот тишина, это раздолье, там, ну, чувство вот, всякое чувство может быть. Чувство — это и запахи, это и цвета, мы чувствуем глазами, мы чувствуем ушами, мы чувствуем телом, мы чувствуем телепатически. Короче, мы чувствуем по-всякому, да. И Бали — это вот такое желание, в котором большой букет чувств. И для этого букетика мы все хорошие чувства там проживаем, но мы забыли то, что это еще и неизвестность, это еще и страх, там, там может быть как такие чувства, которые мы отрицаем в себе, и мы их себе не даем, и нам вот этих пазлов не хватает, чтобы наше желание сбылось. Поэтому разрешите себе чувствовать, проживать любые чувства. Разрешите и кайфуйте от этих чувств, любых. Хотите гневаться, да парите вон в лесу. Либо вы, если до леса не дойдете, привлечете человека, на которого можно наорать. Но он к вам пришел без всякого чувства вины для этого. Пазлы желаний людей всегда совпадают. Если вы на кого-то наорали, тот человек хотел, чтобы на него наорали. Жертва всегда хочет умереть. И она, как творец, создала себе творца, который будет убивать снова и снова, но она все равно ни хрена никогда не убьет, не умрет в своем мире. Вот, но будет опыт получать. И она этого убийцу будет всегда привлекать. До тех пор, пока не осознает, где она себя убивает. Сама своими чувствами, ну, своим нежеланием жить. Убийца — это хорошо. Он приходит по желанию. Он никогда не убьет не жертву. Перестаньте вообще людей винить и испытывать при этом вину. И стыд испытывать. Если каждый снимет маски, если каждый будет жить как он хочет, пазлы желаний всегда совпадают. Мир такой будет идеальный, клевый, классный, веселый, там, я не знаю, движушный, в потоке. Вот. Но мы, блин, настолько зашоренные все, капец. И мы к этому идем. Рано или поздно это случится, и будет очень круто. Рай и ад здесь же у нас в башке. Так. Мы с тобой сила, я с вами сила. Доделала процедуру? Да, доделала. На бикини. Опять права, хочу перемен, а боюсь. А жизнь — это перемены, боясь жизни, а не смерти. Смерти, на самом деле, мало кто боится, потому что ее нет. А вот жизни все боятся, но завуалировали ее в смерть. Ну же, жизнь, смерть — одно и то же, на самом деле. Это просто смена состояния. Ваша вибрация. Вы 9 триллиардов раз в секунду умираете и возрождаетесь. Ваш мир, ваше тело, ваша вселенная, ваш мозг — все распадается в ничто. 9 триллиардов раз в секунду. И собирается в новую картинку мира, делая точный слепок вашего сознания. Меняете мышление, пазлик меняется, картина мира поменялась. Прикиньте, как мир устроен. Это квантовая физика. Это не мои знания, но я до них тоже дохожу своими путями. Ребят, готовы к переменам, а никуда не пойти без маски. Перемены — это не движение тела вашего в пространстве. Нет. Перемена в мыслях, перемена в вашей голове. Готовность видеть мир по-другому. Но если вы хотите начать тренировать себя через внешние действия, которые могут вам помочь перемены создать в голове, да, то можно хотя бы начать правую руку поменять на левую, когда чистите зубы. Не в тапочке утром, а в туфли. Не халат дома носить, а очень красивое сексуальное нижнее белье и платьишко такое будет там вечернее. Перемены не во всем, абсолютно во всем. Это не обязательно нужно передвигаться в пространстве, выходя из квартиры. Вы можете столько перемен нафиячить дома за день. Вы просто не обращайте на это внимания. Перемены можно творить, когда вы осознаны. И желание получать вы можете тоже, кстати, про желание скажу. И желание вы можете получать, когда вы осознаны. Когда вас нет здесь сейчас, желание исполнится не для кого. Посыльный вам не может посылку принести с желанием, потому что вас нет. Вас нет дома. Дома вы здесь сейчас.
когда вы можете получить свое желание, когда вы осознаете себя, что живете в настоящем. Когда вы в мыслях, вы не в настоящем находитесь. Вчера вообще прикол. Человек без маски потребовал надеть маску. Да, такое бывает. Нас в магазине тоже сегодня без маски просили на кассе одеть маску, продавец стояла без маски. Тоже вспомнила. Ты права, я дома зомбик. Мы делали эксперимент такой с подругой. Начали записывать, что мы делаем каждые 10 минут. Мы поставили чайник там, я уже в каком-то эфире об этом говорила. Мы поставили с ней чайник попить чай. Налили чай. И потом, когда начали записывать следующие 10 минут, мы поняли, что прошло 2 часа. Мы с ней вдвоем не поняли вообще, куда делись 2 часа. Мы 2 часа пили чай, хотя это было 10 минут. И вот так вот весь день ты оглянулся, а что сегодня весь день делал? Времени просто... Ну, просто время съелось. Эфир бомбический. Мне так каждый эфир говорят. Ой, господи, 3 часа уже общаюсь с вами. Танцуй. Вот, кстати, хорошая перемена. Мы дома можем потанцевать, послушать музыку, сделать то, что мы не делали. Столько всего можно напридумывать. Катя, посади перед собой мужа, скажи, орать сейчас буду. Ори ему. Потом такая, спасибо, любимая, я в порядке. Класс. Надо эту агрессию понять, возлюбить и выпустить ее на боль. Посмотрите мой прямой эфир про агрессию. Можно перед зеркалом орать на себя? Ну да, зачем на мужа, я тоже думаю. Ну, с мужем веселее просто, пускай он тоже орет. Только надо заранее договориться, что вы будете орать друг на друга ради игры. Это же тоже классные перемены. Это такие эротические игры. Можно еще раздеться и голыми орать друг на дружку. Прикольно. Нелли, что думаете по поводу мясоедства? А что я по нему думаю? Я его ем. Я сегодня купила себе свининочку. Мама сделала крылышки. Вот. Ем, когда хочу. Именно то, что требует мое тело. То есть мое тело знает, какие ему нужны микро-макроэлементы. И то это пока мое сознание думает, что ему нужны макро-микроэлементы, тело мне подсказывает, какие. Вот. На самом деле телу вообще не нужна еда. Но это не важно. И если мое тело что-то требует, я поем. Но я не нажираюсь, как хрюшка. Ну, то есть я ем, ну, чуть-чуть. Наслаждаюсь просто вкусом, наслаждаюсь запахом, наслаждаюсь эстетикой, наслаждаюсь вот этой красотой. Это мое офигенное времяпровождение, это игра такая с едой. Утолить желудок свой, не знаю, чувство голода очень редко испытываю. Я могу неделю не есть, съем печенюшку. Бывает неделю жру как конь, потому что там мама наготовит и хочется этих салатиков, как на Новый год. Все попробовать там, в гости приходишь, могу там всю, весь стол сожрать, потом лежать как колобок. Вот. Но в обычное время, когда я занята работой, я не ем вообще, потому что чувство голода — это чувство. Если я даю себе чувство, зачем мне его заменять едой? Многие чувство голода не могут утолить, потому что они думают, что чувство — это еда, а чувство — это, ну, не еда. Надо осознать, каких чувств вам не хватает, давать их себе, и, ну, кушать вы не будете хотеть. Ну, вы просто не пробовали, наверное. Не знаю. Сохрани эфир, попробую. Попробую, если получится. Так. Слушайте, у меня второй час ночи, я, наверное, буду сворачиваться. Я сейчас посмотрю, что тут еще. Ну, или сохрани эфир, хорошо. Ой, сохраню и пойду спать. Я решила налаживать режим и ложиться не в 6-7 утра. Да, я такая. Самое раннее для меня это 3-4 утра было. Вот, и я решила ложиться в 12. Но сегодня я профукала это время, и вчера, кстати, тоже. Надо хотя бы в час лечь. Ну, в час, ладно, не получится, в 2 хотя бы лечь. Потому что еще надо чай попить
с пироженками. Сегодня много тортиков накупили, конфеток с мамой. В торговый центр поехали. Купить фруктов. А привезли 3 пакета мяса, тортиков, жесть. Голод помогает убрать шаблон, а ты начинаешь видеть мир другим. Ну, как бы, мне, когда я наедаюсь, это шаблон такой, что голод помогает. Что за... Ну, это что же шаблон вообще? Вот, ну, вот ваше же убеждение. Я могу есть, что хочу, и трансформировать шаблоны. А могу не есть. И шаблоны вообще не трансформируются нифига, я даже думать не могу. По-всякому. Сколько ты не ела по времени максимум? Неделю, наверное. Но я воду пью. Нет, у меня бывает такое, то, что вот я не ем, у меня было 2 месяца, я ничего не ела. Но бывало такое, что раз в 3 дня, раз в 4 дня я съем конфету. Но мне не тянуло, вообще есть не хотела. Либо я съем яблоко. Хотя это такая жесткая пища на голодный желудок. Лучше не пробовать. Потому что потом очень хреново было после этого яблока. Что я еще ела в течение месяца-то? Ложку меда, красную рыбу, кусочек такой, ну, в тетрапаках такой. Ну, могу что-то такое заживать. Соломку какую-нибудь там с солью. Ну, это странная, конечно, еда. Я чувствую вот по импульсу, вот у меня тело просит, вот, и я прям ем, не задумываясь. Ой. Но никакие практики по голоданию я вообще никогда не использовала. И для меня это насилие. Очень сильно насилую себя, если буду заставлять. Я так не могу, короче. Когда мне что-то запрещают, я больше всего этого хочу. Так, все, я дочитала до конца ваши сообщения. Они крутые, классные. Ой, тема тут про голод пошел. А не мало было, что мы втык дали про фруктоедство. Боги едят фрукты, животные мясо. А то, что за яблоко там, блять, чуть не прибили богов-то. А потом у нас Иисус 800 лет, оказывается, жил, а не в 33 года умер, потому что он был фрукторианец. При этом хлеб существовал при Иисусе, в котором была куча животных. И все там коровушки, свинушки, баранушки, курочки, они просто как домашние коты выращивались, их не ели ни разу. Короче, я не могу... Это я к тому, что у нас тут это... Анна жжёт по поводу еды. Все. Ладно, я пошла. Целую вас всех. Очень рада была видеть в своем, как обычно, безбашенном прямом эфире. Все, кто меня не понимает на данный момент, это нормально. Все, кто меня ненавидит, это нормально. Кто считает, что в интернете я не права, это нормально. Все уходят, через месяца 3 возвращаются и начинают понимать. Прям волшебство. Поэтому посмотрите какие-нибудь видюшки еще, посмотрите какие-то посты, зайдите, идите вообще на марафон, если вы девушка, потому что женский, парней мы туда не пускаем. Мы там будем раскладывать по полочкам, что делать, как работать со своими проблемами. Целую.